начинаем семинар, посвящен интегральным темам, интегральному подходу. И акцент будет здесь, конечно же, на холотропное дыхание, как интегральную практику. И, как всегда, перед семинаром мы меняемся новостями и познакомимся. Я расскажу немножко вот о самых наших горячих новостях, которые в трансперсональном российском пространстве, ну, и даже в мировом трансперсональном пространстве. У нас так небольшая весенняя лихорадка, связанная с несколькими важными радостными событиями, которые придут в ближайшее время. Это апрельский семинар Арни Миндел. Как, наверное, некоторые из вас знают, создатель, основатель процессуального подхода. И я только что вот последнюю книжку наконец-то сдал в типографию. Это 700 страниц, очень такая большая, объемистая и очень-очень важная. «Квантовый ум» называется, шедевр Миндела. Так что я очень надеюсь, что все четыре книжки выйдут к семинару, который будет 27-29 апреля в центре Лофт. В центре «Открытый мир», извините. Тоже голова кружится. И затем 6 по 8 мая будет ежегодная конференция Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, посвященная древним и современным психотехнологиям развития и роста. Соберутся все российские лидеры, тоже, я думаю, будет интересно. А перед конференцией, которая тоже будет проходить в центре «Открытый мир», во втором зале, самый такой большой зал, центр «Открытый мир», где я иногда даю дыхательные практики, 4 числа будет холотропное дыхание, 5 дыхание синестезии. Таких два процесса для тех, кто хочет хорошо разогреться перед конференцией. С 21 по 25 марта будет вторая пятидневка учебной программы, которая сейчас началась в Институте психоанализа. Это программа второго высшего образования по трансперсональной психологии. Впервые в России такая возможность появилась. Слышали об этом, да? Вот в рассылочке читал, смотрел. И там 20 преподавателей, тоже лидеров, 3,5 года будут обучать студентов. И на выходе это очень хорошее такое знание трансперсонального поля с такими с практическими навыками и диплом государственного ОСА, где во вкладыше будет черным по белому написано «Трансперсональная психология». Такое тоже очень важное событие. И сейчас вот лидеры, пионеры Российской ассоциации все собрались, концентрируются вокруг этого тоже важного проекта. Те из вас, кто думал о высшем образовании в сфере психологии, специализации трансперсональной психологии, пока еще вот до 21 марта возможность такая есть. Одна пятидневка, конечно, будет пропущена, но есть записи лекций на этой пятидневке. Вот, в начале июня будет семинар Макса и Эллен Щубах. Это второй семинар, посвященный глубинной демократии, такой большой сертификационной программе, о том, как работать с конфликтами, как помогать развиваться фирмам, предприятиям, организациям и решать самые горячие насущные вопросы. Вот. А во второй половине сентября будет в Болгарии, в Варне, на берегу Черного моря, 13-я конференция Европейской трансперсональной ассоциации, которая посвящена необычным состояниям сознания, их роли в культуре. Тоже такое очень важное знаковое событие произойдет в Болгарии. Программа будет очень интересной. И перед конференцией 19 и 20 будет двухдневный семинар по холотропному дыханию. Бархатный сезон, Черное море обычно в это время 25 градусов, 26. Болгарские вина стоят в 4 раза дешевле аналогичных итальянских, французских. Хорошие сухие вина. Вот. Великолепная погода. Это гостиница «Ривьера» 5-звездочная. Цена номера с двухразовым питанием 55 и 60 евро, там, в зависимости от категории. И прямо на пляже из душа течет минеральная вода, которая в Москве продается в бутылках задорого. Там, поскольку
много минеральных источников горячих, они прямо хлещут из всех душев на Нигерии. Так что есть возможность не только познакомиться с европейской, с мировой трансперсональной общественностью, как говорят, с лидерами, но и неплохо отдохнуть в это время. Вот, ну и с третьего, совсем забыл еще одно важное событие для тех, кто интересуется глобальным дыханием, с 3 по 8 сентября у нас в Подмосковье будет семинар Тера Спаркса, посвященный кино-йоге. Кто-то из вас уже слышал это сочетание кино-йога, кто-то в первый раз. И легкое головокружение вызывает, наверное, как-то. Причем тут кино, развлечение и йога, тяжелая, серьезная практика там, для того, чтобы там... Так вот, это кино-йога – это изобретение Тера Спаркса, президента Grove Transpersonal Training, правая рука Grove в этой сфере. Grove поручил ему возглавлять эту организацию. И это мой непосредственный шеф в Америке. Семинары, которые я веду, сертификационные по холотропному дыханию и трансперсональной психологии, это подходит в рамках образовательной программы Grove Transpersonal Training. Вот Тер Спаркс когда-то, до того, как он стал великим трансперсональным психологом, был наркоманом, хиппи и страстным киноманом. И постепенно все свои страсти он сделал предметом духовного роста и развития. То есть его наркомания стала для него не пагубной уже, а стала для него началом открытия духовности. И вот он раскрыл затем эту дорогу, расширил, став профессиональным трансперсональным психологом, полностью избавившись от зависимости. А свою страсть к кино он сделал формой работы и формой развития, наблюдая за своими состояниями. И вот в книжке он обучает, как кино может стать путем объединения с твоей собственной глубиной. Книга замечательная, и семинар тоже будет замечательный. Книга уже напечатана, она вот в Москве на складе, не успел я сегодня ее получить. Русский перевод. Но на следующей неделе уже будет в центре Лофт продаваться. Первый пробный тираж. Ну и, естественно, семинар. Вот вкратце трансперсональные новости по таким по событиям. То есть 5 новых книг выходит кино-йога и 4 книжки Мендела. И масса интересных конференций. Вот, ну, а мы с вами находимся в центре Лофт. И этот семинар, посвященный холотропному дыханию и интегральной практике, это часть большой программы двухгодичной, сертификационной по холотропному дыханию и трансперсональной психологии. Для кого-то из вас это просто семинар выходного дня, для тех, кто хочет просто получить какую-то пользу от холотропного дыхания или познакомиться с тем, что такое холотропное дыхание. Давайте тогда, может быть, по кругу продолжим. И можно по следующему нашему стандартному образцу, то есть назвать свое имя, сказать, что вы ждете от семинара, и есть ли предшествующий опыт холотропного дыхания. Максим. Первый раз буду дышать, поэтому пока не знаю, что получу на факте. Ну, как бы надеюсь, избавиться от каких-то своих комплексов. Меня зовут Макс, дышу первый раз, что рассчитываю получить, смогу сказать после того, как узнаю, что это. То есть ожидание, если нас, я понимаю, разобраться в том, что это такое, иметь какой-то опыт. Mm-hmm. Получается. Я занимаюсь некоторыми тонкими практиками. Но опять же, говорить об этом нет смысла. Что-то вы мне откроете, что-то из этого я пойму. Дальше я буду думать. Хорошо. Я понял. Я Оля, первый раз. Хотелось бы познакомиться, получить какую-то пользу, избавиться от блоков внутри. И Елена зовут. Я дышала давно, уже лет 6 назад. Хочу
получить пользу для себя и для работы. Я Валера, пишу первый раз, вот, хочу познакомиться с этой техникой, попробовать на себе. Маргарита, пишу второй раз, очень много позитивных моментов получила после первого раза, и в физиологическом плане, и как-то... Ну, духовно. Очень понравилось и очень ждала второго раза. Ну, я на обучающей программе. Были какие-то вот заметные, да, сдвиги? Да. Самочувствие? Самочувствие и... Ну, не стесняйся. Ну, мысли какие-то новые, да. Новые идеи. Меня зовут Надежда. На сертификационной программе. Старостом приехал, трехдневник получился, появилась возможность с удовольствием дышать. Вижу очень хорошие изменения в своей жизни, физические, на более тонких планах. Рад снова всех видеть. Здравствуйте, меня зовут Юра. Опыт есть, пришел открыть. Что для себя еще более интересно. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сейчас будет второй раз дыхание. Хочется, наверное, глубже, так скажем, проникнуть в собственный внутренний мир. А первый раз был когда? Первый раз был. По-моему, 12-13-14 января у Германа. Вот. Соответственно, вас рекомендовали как? Немного другой подход, так скажем. Вот. И интересно, опять же, во-первых, интересно, потому что есть ожидание, что это будет что-то новое, но это однозначно будет что-то новое. А во-вторых, интересно посмотреть, во-первых, какой эффект дал первый раз, а во-вторых, как это будет прибыль. Меня зовут Алена, я тоже второй раз, первый раз вместе с Алексеем. Ну, как бы у меня психологическое образование, поэтому мне все это очень интересно. На себе пробовать и смотреть для своего личностного роста, и, возможно, где-то еще как-то в жизни это применить. Поэтому ожидания очень позитивные. Светлана, опыт дыхания есть, пришла продолжить. Ну, для меня это четвертый семинар. Очень много изменений в жизни, хочется продолжить свои исследования. Елена. А хотя у Германа тоже, да? У Светы? Я была у Кати сказки, у Германа и у Крова. Ну, точнее, когда был у Крова. Когда был у Крова? Да. У меня не было удачи. Что? У меня не было удачи. Нет, еще не нужно. Ну, может быть, там просто видели меня, да. Потому что я вас видела. Меня зовут Сергей, я тоже новичок. Дышал два раза 5 или 6, по-моему, был бы из Грофом дышал, в космосе, в гостинице. Герман дышал. В гостинице на конференции, да? Да. Вот. Все нравится, дышал, дышал, надеюсь, потом дышал. Кстати, вот появились сейчас уже диски с конгрессом, здесь будут. То есть там будет как раз Грофовское видение, было Грофовское дыхание, потом Гроф и Кристина Гроф, их ответ на вопросы, рассказы о психодуховном кризисе. Я тут там присутствую. Да, потом там семинар Сильвии Накаш, семинар Алекса Эллисон Грей по визионерской живописи, семинар Бернарда Лиотара «Тантра денег», создателя отца Евро. То, что он постконференционный семинар проводил. Так что вот ряд таких интересных мы уже сделали. А к концу апреля там будет примерно там 50 наименований, наверное, вот, по конференции уже самое интересное. Меня зовут Дима. Дышал летом,
этим, вот после дыхания я почувствовал некий прилив способности к креативности. Думаю, повторите. Как долго длился, Дима? А? Прилив как долго длился? Где-то на месяц хватило. На месяц. Очень хорошо. Очень хорошо. Меня зовут Ольга. Опыт было, наверное, 4 назад. Но один сеанс, я должна была больше, но он как-то... А у кого? Это Новосибирске было. На самом деле, я тогда не разбиралась, у меня там какой-то злой. И вот как раз мне не очень понравился человек, который был, но поэтому не продолжил. Вот. Ну, в целом, получить уладу для себя, там, те же там блоки, пробиться к себе как-то. Сергей. Первый раз у меня, конечно, никаких таких глобальных ожиданий нет. Просто знакомство. Какая-то информация? Откуда? Нет, ну, понятно, конечно. Ну, на сайте что-то читал, какие-то книги читал. Да? То есть вот какие здесь вот ожидания, конечно, недалеко до них. Я не думаю, что настолько высоко нужно прыгать свои желания. Ну, можно спокойно, прагматично относиться, как к такой тренировке, психологической, да, там же. Исследовать, как это в том случае работает, что меняется вообще, какие близкие результаты, какие долговременные результаты. Как это встраивается в жизнь. Человек, который не могут по пятницам, но сегодня у нас по следующей программе пойдет, будет мое введение в тему, затем перерыв, затем практика пранаямы, или может быть практику перед перерывом мы сделаем. На трудненных семинарах мы всегда занимаемся пранаямой. Это дыхательное упражнение, которое я рекомендую делать ежедневно, они... Получилось, да? Да. Нет? Да, получалось. Ну, ежедневно не получалось, но очень часто делала практически через день. И, ну, прям хочется, да. При регулярном применении очень хороший эффект возникает. Такой бодрящий, и многие напасти могут от этих упражнений просто уйти. Связанные с особенностями как раз дыхательных упражнений, с уникальной ролью дыхания. В плане наведения гигиены внутреннего мира интересного. Вот мы обязательно будем делать пранаяму сегодня и ближе к вечеру там продолжим раскрытие темы, но я покажу уже больше какое-то количество картинок. У меня будут там операции на визуальный ряд в раскрытии темы. Подобное дыхание, оно применяется для разных целей, для разных задач. И этот спектр намного шире, чем спектр, сугубо относящийся к сфере терапии. Психосоматических заболеваний или психотерапии. Поэтому Гроф и не стал определять холотропное дыхание как вид психотерапии. Таким образом, его квалифицировать, что ли, да, вот, как метод психотерапии. Хотя дыхание имеет и психотерапевтические эффекты, и исцеляющие эффекты. Если мы посмотрим немножко шире на то, как интенсивные дыхательные практики применяются в контексте духовных традиций, и в контексте различного рода целительных практик, то всегда дыхание применяется для генеральной уборки организма, для очищения энергии, для каких-то поиска нестандартных решений. И спектр действительно намного более широкий. И это связано с тем, что в процессе дыхания у нас происходят существенные сдвиги
в нашей энергетике, то есть уровень энергии у нас повышается, причем как уровень жизненной витальной энергии, то, чему приблизительно соответствует термин кундалини, так и уровень тонкой энергии, связанной с сознанием, с осознанностью, то, что соответствует индийскому термину прана. И в силу этого становится возможным как различного рода исцеляющие эффекты, так и вещи, связанные с новой информацией и с познанием. Более того, тщательное исследование процесса холотропного дыхания показывает, что то, что мы называем исцелением, самопознанием и терапией, это, а также диагнозом, это разные грани одного и того же процесса. То есть мы их разделяем в общепринятой реальности. Сперва там диагноз, потом терапия, а потом, может быть, исцеление или какое-то знание. В реальности на глубинном уровне, в неординарной реальности, это, как показывает исследование и практика, это стороны единого процесса. И с одной стороны это познание, с другой стороны это исцеление, с третьей стороны это диагноз. Поэтому в самом холотропном дыхании нет такой процедуры, как предварительный диагноз, предварительный заказ темы переживаний, предварительная настройка. То есть с этой точки зрения есть какая-то вот особая целостность в процессе дыхания. И эта целостность связана с тем, что и исторически, и этимологически, и по своему функционированию дыхание сокровенным образом связано с сознанием и жизнью. Ну, связь с жизнью дыхания очевидна. Да, если мы не дышим, мы умираем. И спустить дух, известная метафора, да, значит, прекратить жить. Связь с сознанием менее очевидна, она прослеживается в языке. Например, если мы посмотрим в индоевропейских языках древний корень, который означает дыхание, то это дхео. Дхео буквально. Вы можете посмотреть вот опубликованный второй том двухтомника «Индоевропейские языки и индоевропейцы» Вячеслава Иванова и Гамгрелица. Очень известный словарь. И вот от этого слова «дхео» произошло греческий «теос» и латинский «деос», что означает «бог», а также российская «душа», «дышать», «дух», югославское дышати, дуновение, все, что связано с дыханием, духом. Видите, как близко эти слова в русском языке, они имеют один и тот же общий корень. И причина этого очень простая, она прослеживается, если вы просто обратите внимание на то, что происходит сейчас, то есть что я делаю? Я говорю, да? Что такое акт говорения? Это моделирование артикуляционным аппаратом, языком, щеками, губами, связками артикуляционный аппарат, выходящего потока воздуха. Да, то есть мое дыхание становится речью. Дыхание тем самым, то, что вы слышите, можно было бы так, с другого конца, это мое дыхание, модулирование артикуляционным аппаратом. В этом очень глубокий смысл выражения «дышать душа в душу». Да? Дышать душа в душу. О чем это? Это об очень близком контакте, об очень близком понимании. И оказывается, когда мы слышим речь другого человека, мы мысленно повторяем про себя то, что слышим. Мгновенно, почти что с еле отличимым запаздыванием. И поэтому, если к моим связкам подключить осциллограф, как к связкам вас тоже подключить осциллограф электротики и вывести на экранчик, окажется, что синхронно с колебаниями моих связок каждый из вас тоже повторяет про себя то, что я говорю, с теми же самыми интонациями. То есть мы, когда понимаем, примеряем на себе. И тогда, попадая вот в эти вибрации, слышим, примерив на себе этот звук, мы начинаем понимать. То есть понимание – это не просто формальное, формальный текст, да, вот, так сказать, мою речь превратить в текст, и вы бы читали. Это одновременно считывание энергетики, считывание дыхания, темпоритма, то есть всего того, что стоит за формальным текстом речи, связанными
с метатекстом, связанной с невербальным языком, который дает большую часть информации. То есть большую часть мы получаем информацию от чего? От интонации, да? От эмоций, от контекста, от жестов, то есть вот от всех этих невербальных вещей. И то, что связано с непосредственно с процессом говорения, с озвучиванием, с модулированием, с ритмикой речи, играет здесь очень большую роль. А эта часть в очень большой степени физиологична. То есть она связана непосредственно с механизмами дыхания. И именно поэтому столь тесно связано дыхание и сознание. Не только через необходимость дыхания для того, чтобы тебя услышали, да? Потому что мы слышим артикулированное дыхание друг другу. И артикулируемое дыхание, то есть речь, передает наше внутреннее состояние. То есть дыхание является тем мостиком, который, через который проявляется наше внутреннее, да, которое невидимо, которое мы чувствуем, но которое невидимо другим. То есть наш внутренний мир проявляется через дыхание. Но поскольку в этом участвует не только связки, не только артикуляционный аппарат, но и дыхательная система, а дыхательная система – это легкие, это трахеи, это диафрагма и межреберные мышцы. И вообще вся полость грудной клетки, где находятся легкие, резонаторы, да, резонаторы в голове. То есть в этом активно участвует тело. Да? Особенно диафрагма важна, которая является, во-первых, вот той линией, которая внутри нас разграничивает верх и низ. Да? То есть вверх – это сердце легкие, низ – это вот все, что живот. И, во-вторых, диафрагма – это самая сильная мышца нашего организма. Я повторяю, самая сильная мышца нашего организма по силе. Сильнее, чем любые другие бицепсы, трицепсы и так далее. Чернее, чем мышцы ног, бедра, икроножные мышцы. И поэтому внутренние напряжения, если они у нас, например, есть момент говорения, ну, скажем, мы беседуем с кем-то, с кем у нас конфликт, да, и невольно напрягаемся, то есть мы не можем быть открытыми, не можем быть спонтанными. В этот момент особым образом напрягается, потому что мы не можем относиться безотносительно, напрягается наши мышцы. И, соответственно, наше внутреннее напряжение становится напряжением мышц нашего тела. И в зависимости от того, какое наше внутреннее состояние, то есть в зависимости от того, чем окрашены наши отношения, какими чувствами, там, скажем, гневом, ненавистью, страхом, раздражением, печалью, или, например, человек вызывает у нас зависть, потому что он продвинулся по карьерной лестнице, мы ревнуем человека. В зависимости от этого по-разному напрягаются мышцы внутренние. И эти напряжения передаются на различные внутренние органы. Если мы хронически живем в печали, если мы хронически живем в зависти, если мы хронически живем в гордыне, если мы хронически живем в гневе какую-то значительную часть времени на протяжении своей жизни, то, соответственно, это вызывает состояние напряжения внутренних органов, перекрытие кровотока, уменьшение питания, и постепенно либо голова, либо горло, либо грудь, либо живот, либо ниже у нас начинает хереть. Да? Возникает хроническое истощение, которое приводит к частичной потере функции органа и вполне возможно через какое-то время болезни. То есть дыхание является конкретным механизмом соматизации внутренних напряжений. Другими словами, вот какова уникальная связь внутреннего и внешнего. Это осуществляется через дыхание, поскольку каждый из нас является духом, живущим в этом человеческом скафандре, то есть в теле, да, то тело является интерфейсом взаимодействия нашего внутреннего с внешним миром. То есть мы внутри, наше «я» для себя, наш внутренний мир, наши фантазии, наши чувства, наш ум, наши проекты, наша внутренняя жизнь. И есть внешний мир, и есть наше тело, которое является границей между внутренним и внешним, поверхность тела и тело, и телесная жизнь. И через тело, через его акты, через действия мы проявляемся в этом мире.
И дыхание играет в этом проявлении фундаментальную роль. Это очень хорошо видно в ряде духовных традиций. Например, есть такая практика цигун. Вы, может быть, слышали что-то об этом, да? Которая работает с энергией ци. Ци – это то же самое, что прана. В традиции, скажем, индийской, тибетской йоги прана, в традиции китайской, даосской – это цигун, энергия ци. В Японии – это ки, у древних греков – это пневма. Но суть одна – это тонкая жизненная энергия, связанная с дыханием. И в цигун используется достаточно глубокие упражнения, дыхательные упражнения, скоординированные с движением. Но при этом обращается внимание при практике цигун на то, что все движения идут от дыхания и управляются дыханием. А именно из диафрагмы все происходит. То есть дыхание и центр дыхания создают все движения в мире, мои, все мои проявления. Не только физические, но и эмоциональные, и умственные, и духовные проявления. И вот практика цигун – это наблюдение за тем, как это происходит. Объединение с этим и управление этим, включение этого на все более и более тонких уровнях. То же самое в практике йоги. То есть, поскольку энергия проявляется на самом очевидном уровне, на уровне материальном, как тело, как движение моего тела, есть йога тела, ну, условно говоря, хатха-йога, там, аштанга, виньяса, который занимается в основном телом. Поскольку на более высоком уровне энергии проявляется в форме звука и дыхания, существует более продвинутая практика йоги, которая называется пранаяма, или, если это работа со звуком, йога звука. И на самом высшем уровне энергия проявляется в виде мысли и духа. И это, соответственно, джняна-йога. Или высшие формы тантры. И аналогичные вещи в цигуне. Поэтому дыхание является само по себе в силу вот своего особого положения очень важной интегрирующей, интегральной практикой. Потому что дыхание находится в центре, посредине между телом и умом. Непосредственно с умом нам работать очень сложно. Например, если мы занимаемся медитацией, наблюдаем мысли, учимся входить в состояние высших форм, которое называется там недвойственное состояние в разных традициях по-разному. Да? И поскольку у нас нет опыта наблюдения с внутреннего мира, мы плохо знаем себя, нам это чрезвычайно сложно. Но нам это гораздо проще делать на уровне тела. Но если мы работаем только на уровне тела, мы и тело не поймем, и тело не сможем управлять. Потому что тело, в свою очередь, управляется с уровня энергии, с уровня дыхания. Помните, диафрагма в цигуне. Поэтому, скажем, аутентичные формы йоги, тибетские, индийские, всегда начинались с дыхания. До сих пор, если вы в штате Бихар пойдете на классы йоги, бихарской школы йоги, с самого первого занятия вас будут обучать пранаяме. С самого первого, повторяю. Не так, как в школе Эдгара, там, начиная там, через год там, занятия асанами, когда вы уже сломали себе все суставы, растянули все возможные мышцы там, и получили все неизбежные травмы. После этого вам говорят, ну теперь давайте приступим к пранаяме. Грамотно заниматься асанами, растяжками нужно через пранаяму. Это делается грамотно только через это, и вот, скажем, в Украине этому обучает Вячеслав Свернов, аутентичным формам йоги. То же самое в тибетских формах йоги, скажем, янтра-йога. Вот с 25 по 30 апреля в парке Сокольники будет тибетский форум. То есть приедет великий тибетский мастер Намхай Наргу, он будет там давать ретрит. И нон-стоп будут семинары по янтра-йоге, по важному танцу, и там вот кто интересуется аутентичной формой тибетской йоги, можно будет пройти курс янтра-йоги и убедиться в том, что я говорю. Поэтому дыхание по самой своей сути, оно уже является интегральной практикой. Да? Потому что через дыхание мы можем идти в тело, через дыхание мы можем идти в дух,
Дыхание помогает нам работать с энергией, да, оно поднимает уровень энергии, и энергия сама распределяется туда, где она больше всего нужна, в нашей жизни. Наше видение себя в очень большой степени связано, ну, с тем местом, откуда мы выросли, с тем местом, откуда мы смотрим на себя, на свою жизнь, с тем языком, на котором мы о себе говорим. Это место называется общепринятая реальность, реальность консенсуса, матрица, наш мир, в котором мы живем. Этот мир в очень большой степени связан с клеем восприятия, с инерцией человеческой истории, с человеческим видением, с языком человеческим, с нашей рациональностью, с бодрственным состоянием. И поэтому очень многие важные аспекты жизни, которые невозможно ухватить привычным языком, которые не поддаются анализу логическому, нам очень сложно ухватить. Но эти аспекты, невербальные аспекты жизни, играют на самом деле колоссальную роль. Потому что общепринятая конвенциональная реальность сама возможна только потому, что она покоится на фундаменте, колоссальном, безбрежном фундаменте необщепринятой реальности. То есть на фундаменте глубины. В этом смысле общепринятая реальность – это верхушка айсберга, глубина – это безбрежность. Общепринятая реальность – это поверхность океана, глубина – это вся толща. Все подводные течения, подводные ландшафты, подводная жизнь. И, ну вот, скажем, сейчас вот выйдет книжка Арнольда Миндела «Квантовый ум», где показано, что, ну, сама система счисления, например, счета 1, 2, 3, 4, 5 построена на совершенно глубинных представлениях невербальных и неисчисляемых. Само здание науки, классической науки, ньютоновской механики, классической механики, построено на иррациональном фундаменте. Наблюдение в классической науке возможно только потому, что там существует зашитый, как сейчас модно говорить, зашитый в ньютоновскую систему координат абсолютный наблюдатель. То есть потому что уже в качестве основы наблюдения в систему декартовских координат заложено всеведущее существо – Бог. Это как бы Бог встроен в декартовскую систему координат в виде предположения о возможности бесконечного наблюдения. Да? Что такое декартовская система координат? Это предположение о том, что пространство равномерно. И то, что здесь на расстоянии бесконечном, точно такое же, имеет свойства. И время тоже равномерно. Но это допущение всеведущего, вездесущего существа, Бога, представление об этих системах координат. Таким образом, абсолютный субъект Бог спрятан в декартовской системе координат и сделан условием возможности наблюдения, возможности научных законов. И поэтому в классической науке субъект является, и связанная с этим бесконечность и неопределенность является слепым пятном. И, как показал Миндел, в квантовом уме то же самое происходит на более сложном уровне и в теории относительности, в квантовой механике, в квантовой электродинамике. Там везде центральная проблема связана, ну, в квантовой механике, например, кто немножко знает, измерение, то есть число получается путем редукции квантовой функции на определенные координаты. То есть, как бы, акт наблюдения схлапывает квантовую функцию до определенного момента. И поэтому каждый наблюдающий человек будет иметь свой мир, другими словами, если вот упростить немножко. Да? Как бы для каждого наблюдателя есть своя Вселенная. Мы это хорошо понимаем на бытовом уровне. Да? То есть, скажем, Вселенная Юры, да, отличается от Вселенной Маши. Да, если бы вы поговорили немножко, вы бы в этом убедились. Посмотрите вот на Машу и на Юру. Да? Они по-разному улыбаются, по-разному. Но прежде всего, на что мы обращаем внимание, на то, что один из них мужчина, другая женщина. Да? И, соответственно, с раннего возраста по-другому работало восприятие. Другой редактор
реальности. По-другому, смотря на то же самое переживание, на тех же самых людей, на то же, допустим, они выросли бы в одной семье и были бы братом и сестрой, да? Все равно у них было бы, может быть, что-то большее общее, чем сейчас, но тем не менее сохранилась бы колоссальная разница, потому что работали бы совершенно разные программы восприятия. И поэтому каждый раз, когда мы говорим, что мы воспринимаем что-то в качестве, например, этого зала, да, который является для нас, ну, некоторой общепринятой реальностью, этому предшествует коллапсирование или редукция вот, так называемых квантовых функций до данной ситуации. То есть как бы выбрасываются все другие возможности восприятия, и каждый из нас видит свою уникальную картину, и никто другой не видит этой картины. Никто. Потому что у каждого своя выборка из того, что мы называем реальностью. И она связана, как мы понимаем, во-первых, с фактом нашей телесности, да? То есть как бы наш дух через органы наших чувств и через программу восприятия смотрит с определенного места, сидит на определенном стуле со всем своим жизненным опытом. Вот такая ситуация существует в каждом из нас, в мире каждого из нас. И поэтому общепринятая реальность построена на безбрежном океане глубины. У Кастанеды, если кто читал, помните, в третьем томе или в четвертом, Дон Хуан и Дон Кинара обучает Кастанеда тональю и нагвалью. Помните, тональ — это пока стол, такой там образ. На столе наводится порядок, а нагваль — это все, что находится за пределами стола. Заросли чапарали, неведомые существа, безбрежные переживания. И для того, чтобы путешествовать безопасно в нагваль, в бесконечность, в рациональность, нужно навести порядок в тонале, то есть в общепринятой реальности. Да? Тогда ты готов к тому, чтобы встать на путь воина. И, может, задача воина – это навести порядок в своем собственном доме, в своем собственном мире, разобраться, в какой ситуации я живу. И тогда нужно путешествовать и возвращаться, путешествовать и возвращаться. Если порядка нет, тогда путешествие в бесконечность и в беспредельность могут быть связаны с намного большим риском. И вот, если мы немножко с другого конца посмотрим на ситуацию, которую я начал вводить, мы видим, что у каждого из нас существует фундаментальное деление мира нашего на меня и не меня, да? То есть я и есть все остальное, или не я. Так, да? И я, а? Не так? А что еще есть? Есть еще та задача, которую ты выполняешь. Я говорю сейчас про мир. Задача относится к внутреннему миру. Мир зависит от того состояния, в котором находишься. Ну вот, состояние – это внутреннее тоже вещь. Я сейчас говорю, вот есть внутреннее, есть внешнее. И внутреннее называется «я», а внешнее – не «я». Об этом речь. И поверхностью, которой каждый из нас между внутренним и внешним миром, это обычно поверхность кожи. Вот граница тела условно принимается как граница моего «я». Вот это вот «я», мы так интуитивно. Поэтому, скажем, известный популяризатор дзен Алан Уотс говорил о эго в оболочке из кожи. Да, такая характеристика. Skin encapsulated ego. Буквально в оригинале так это звучит. Эго в оболочке из кожи. То есть мы все живем в теле. Второе, что обращает внимание на себя, это то, что во мне мое тело в значительной степени принадлежит внешнему миру. И есть что-то во мне внутреннее. Это проблема, над которой бились величайшие умы философии. Если мы посмотрим, Декарт не смог эту задачу тоже решить до конца. То есть есть внешнее, и внешнее
оно меняется, движется, да, первым делом. Как мы определяем? Что-то меняется, да, есть какие-то движения во внешнем мире. Есть внутреннее. Характеристика внутреннего состоит в том, что внутреннее безгранично. Если мы начинаем наблюдать за своим внутренним миром, то все, во-первых, тоже меняется, во-вторых, меняется в таком диапазоне, что возможно все. Возможно любые мысли, возможно любые чувства, хоть на мгновение. Возможно любые идеи, если брать масштабы человечества, любые изобретения, любые фантазии. То есть внутренний мир – это страна чудес, другими словами, где все возможно. И внимательное исследование внутреннего мира, которое проходит, скажем, в практиках медитации разных традиций, когда сперва наблюдает мысли, природа мысли, откуда возникают мысли, куда они уходят, приводит к тому, что в буддизме, скажем, называется пустотностью, шуньято. То есть внутренний мир обладает качеством бесконечной потенциальностью и несубстанциональностью. То есть там нет во внутреннем мире никакого субъекта. То есть субъект, который мы считаем, он является некой социальной проекцией, связанной прежде всего с фактом телесности. Но в природе внутреннего мира никакой субъективности не существует. Буддист называет это несубстанциональностью или отсутствием основы для индивидуального «я». Вот такое вот исследование внутреннего мира. Внешние исследования внешнего мира мы достаточно быстро приходим к выводу о том, что во внешнем мире действует закон, да, что лбом, другими словами, стенку не прошибешь, что есть законы, что наши планы внутренние, проекты требуют навыков, знаний для того, чтобы они реализовались, для того, чтобы что-то воплотилось, нужно, чтобы что-то соответствовало, совпадали какие-то условия, благоприятные ситуации и так далее. Да, то есть в этом внешнем мире действуют законы физики. И не так-то просто летать. Ну, говорят, что есть левитирующие существа, но научно, по крайней мере, их не исследовали. И поэтому мы говорим, что во внешнем мире действуют законы. Законы природы, которые мы открываем там на уровне микромира, на уровне макромира. Вот первая дилемма, которая фундаментальная дихотомия, значит, внутренняя и внешняя. Если мы более глубоко начинаем исследовать внутреннее, то это внутреннее разделится еще на два сектора. То есть в этом внутреннем мире мы найдем прежде всего себя, да? Себя, вот как мы себя знаем, свою бесконечность, и найдем своего собеседника, найдем другого, найдем близкого человека, которому мы можем сказать «ты». Ты как высшему, как Богу, и ты как своему близкому человеку, своему другу. И вот я и ты вместе образуют мы, мир мы. То есть мир «я» — это индивидуальное внутреннее, а мир «мы» — это коллективное внутреннее. То есть вот два мира, которым во всех языках мира соответствует местоимение. Мир «я» и мир «мы». И фундаментальная проблема мира «мы» — это проблема понимания. Да? То есть для того, чтобы каждый из нас вступил в отношения с другими людьми, необходимо, чтобы мы друг друга понимали. И инструментом главным такого понимания служит разговор, служит диалог. Да? Когда один говорит сперва, другие слушают, другой говорит, другие слушают, или двое человек говорят и слушают друг друга. Диалог, то есть обмен внутренними мирами. Для того, чтобы появилось нечто общее, для того, чтобы появилось то, в чем, что мы считаем, да, это так, я согласен. Да? Возникает то, что мы называем консенсусом.
общепринятым переживанием. Вот из этих молекулярных, я бы сказал, коммуникаций между «я» и «ты» возникает постепенно миры консенсуса. То есть миры общепринятой реальности. Так творится матрица или общепринятая реальность. Это совсем далеко не очевидная вещь. То, что мы видим, слышим, ощущаем в качестве непосредственной данной нам прямо сейчас общепринятой реальности, это результат достаточно сложного процесса восприятия чего-то в качестве наличного мира, который имеет 17 уровней восприятия, как это описано в Абхидхарме, одно из самых древних буддийских учений о том, как работает восприятие человека. Если это несколько, ну, загрубить для простоты, чтобы можно было, как это делается, скажем, в школе в процессуальном подходе Арни Виндела, то существует уровень общепринятой реальности или реальности консенсуса, существует уровень глубины, который называется уровнем сновидческой реальности, да? Мир сновидений, мир истоков симптомов. И существует уровень основы или сущности, уровень изначального переживания. Уровень, как говорит Мендел сейчас, процессуального ума, уровень источника, откуда все возникает. И то, что мы видим сейчас в качестве общепринятой реальности отдельных людей, на уровне сновидений совсем не так. На уровне сновидений может быть так, что часть моих переживаний является переживаниями Маши. Да? Или Димы. То есть мы все с вами являемся на уровне сновидений сообщающимися сосудами. Это очень хорошо видно на примере функционирования семьи. Да? Семья как целостная интегральная система. В семье, например, невозможно, как это хорошо знают семейные психотерапевты, куда-нибудь выбросить стресс на кого-то. Да? Ну, скажем, мама наорала на дочку, да? За что-то там, выстрелил ее, там, за плохую учебу, за то, что поздно пришла. Дочка спустила свой гнев там, и свое раздражение на бабушку. Бабушка отыгралась на маму. То есть все обратно замкнулось. Семья коллективная, бессознательная, совместная жизнь, жизнь душа в душу, совместные переживания, эмоции, совместные поездки и так далее образуют такую вот сложную структуру. На уровне групп, коллективов, наций происходит то же самое, более сложные вещи. Поэтому то, что мы считаем в качестве отдельного внутреннего мира, своего тела, своего переживания, на самом деле это продукт редукции сложного, намного более объемного пакета переживаний. И на выходе часть этих переживаний мы считаем своим телом, своим миром, а другую часть переживаний мы называем другими людьми, их чувствами, их эмоциями, их телами, материальным миром, стулом, полом и так далее. Но если мы спросим, а что вот это такое? Ну как что можно сказать? Это пол. Это зал в центре лофта. Но есть другой способ взглянуть на это. Это не пол. Это мое переживание пола. Если я смотрю изнутри, из я, да, из своего, что это такое? Это мое переживание пола. Я объективирую это в силу существующих усвоенных мной привычек восприятий и называю это полом. Хотя это мое переживание пола. И все другие люди – мои переживания других людей. Конечно же, в основе этого существует взаимодействие меня с какими-то людьми, с какими-то объектами материальными. Да? И результат этого взаимодействия я называю полом, своим восприятием. Моя нога лежит на поле, и я сижу на стуле, например. Да? Но важно здесь понимать, для того, чтобы понять, что такое интегральный подход, для того, чтобы понять, как работает интегральное дыхание, что это имеет историю. Что это результат долгого процесса. И на выходе одну часть этого процесса мы называем собой, своими внутренними переживаниями, своим миром, а другую часть этого переживания, распылесованного, мы называем внешним миром. И внутренняя часть связана с внешним миром. Поэтому во внешнем мире
который рождается на выходе одновременно и параллельно со мною, наблюдающим и живущим в том, что я называю внешним миром, да, я могу найти, обнаружить, увидеть, открыть только то, что я могу обнаружить и открыть в себе. Понятно? То есть, насколько тонко настроена оптика моего внутреннего мира, дифференциация, настолько тонкости, сложности, возможности я смогу видеть во внешнем мире. То есть, если я, другими словами, открыл пространство внутри себя, то что-то тут же открывается в том мире, в котором я живу. Это вещи взаимосвязаны и вместе рождены. Вот в чем смысл целостности внутреннего или внешнего мира. Вот почему они являются нераздельными. Это как бы корень всего этого находится в самом факте того, как мы живем, в ключевых характеристиках человеческой ситуации. Да, то есть уже сам факт деления мира на «я» и «не я», на внутреннее и внешнее, подразумевает наличие основополагающего единства. Да? Как мы могли бы говорить о чем-то раздельном, если бы не подразумевалось и не было представления о чем-то едином? Правильно? Эта аргументация лежит в основе, например, одной из важнейших школ недвойственности, которая называется Адвайта Веданта. И впервые она до конца была прописана Шанкарачарьей, великим Шанкара, который говорил, что нет высшего атма ни разницы между знанием, знающим и познаваемым, свое учение, основанное на Упанишадах. То есть основополагающее единство. И как только мы говорим о нецелостности, как только мы говорим о двойственности, мы тут же вводим представление о единстве. И без такого представления никакие двойственности невозможны. Поэтому в этом смысле мир, как говорили древние, это раздвоение единого. О каком раздвоении сейчас идет речь? Нам понятно. Деление мира на я и не я. Да? Вот этом основополагающем выходе после 17 этапов процессирования нашими культурными, генетическими и индивидуальными программами, усвоенными и выстроенными нами, в нас, в нашем редакторе реальности, того потока информации, который проходит через нас. Если мы посмотрим более внимательно на то, что мы назвали внешним миром, да, внешним миром, то оказывается, этот внешний мир тоже имеет как бы разные качества. То есть в этом внешнем мире существуют предметы единичные и предметы множественные. Да, то есть вот каждый из нас, например, да, единичный субъект в этом внешнем мире. И в то же время мы все вместе являемся группой. Этот пол, посмотрите, сделан из разных дощечек. Дощечек много, и каждая уникальна. Но пол один. Да, вот есть пол, мы называем это пол. Поэтому говорится о том, что во внешнем мире тоже есть единичные объекты и множественные объекты. Для единичных объектов существуют точные науки, а для множественных объектов науки, которые называются системными, или теория систем. Примером теории систем в человеческой сфере является социология, примером теории систем в сфере, скажем, точных наук там является кибернетика, Гертруд фон Берталанфи. Примером наук в области единичного внутреннего мира, то есть моего мира «я» является психология, интроспекция. Примером тех наук, которые работают в сфере «мы», в сфере множественного внутреннего, это герменевтика, то есть наука в истолковании. Наука понимания. Вся понимающая психология начала 20 века билась именно над этой проблемой, ну, как бы не докапываясь до самой глубины этой сути. Вот каково интегральное поле, с которого начинается интегральный проект Кена Вильдера. Он обращает внимание именно вот на
то, что существует всегда четыре квадранта, да, разделенные внутреннее, внешнее, индивидуальное, коллективное. Четыре местоимения во всех языках, относящихся к этому квадранту. Это инвариант с древнейших времен. То есть везде есть местоимение «я», указывающее на индивидуальное внутреннее. «Мы», указывающее на коллективное внутреннее. «Он», указывающее на внешнее индивидуальное. И «они», указывающее на множественное внешнее. Да, то есть вот четыре местоимения. И, соответственно, четыре точки зрения на любые предметы. Да, то есть я могу описывать все происходящее, исходя из внутреннего опыта. Что я вижу, что я слышу, что я чувствую, что я думаю, что я наблюдаю. Так? Я могу описывать с точки зрения «мы» то, что мы думаем, то, что мы считаем, то, что мы видим в этом. Мы как семья, мы как группа, мы как народ, там, мы как нация, мы там советские люди там, и так далее. Мы американцы, там, мы пигмеи, там, Габона, например, там, да? И так далее. То есть вот это единство. Можно описывать все с точки зрения законов природы, то есть единичного внешнего. И законов, ну, скажем, общества, социология описывает. То есть, но эти четыре мира взаимосвязаны. Нам очень важно это понять. Все четыре мира взаимосвязаны. Все четыре мира существуют независимо друг от друга и не сводимы друг к другу. То есть невозможно, например, внутренний мир свести к внешнему миру. Это абсурд. Если вы посмотрите, начиная вот с самого начала глубинной психологии, с психоанализа, задача Фрейда была, стояла в том, чтобы построить психологию как точную науку. Он бился над этим и не нашел решения этого. Он завидовал математике, физике и механике. Но невозможность сделать этого была изначально в факте отдельного, принципиально нередуцированного друг к другу мира, индивидуального внутреннего и индивидуального внешнего, каждый из которых имеет свои законы, свои особенности, свои характеристики, поэтому они друг к другу принципиально не сводимы. И поэтому любой предмет, который мы описываем, любая вещь, с которой мы имеем дело, любая тема, которой мы касаемся, она интегральна. Да? Потому что в ней есть всегда мой личный индивидуальный аспект, мое восприятие этой проблемы. Да? В конце концов, я занимаюсь этим. Потом эту проблема, эта тема должна быть как-то быть понятым другими людьми. То есть я всегда, когда этим занимаюсь, работаю в реальном контексте, в реальных отношениях с другими людьми. То есть другие люди должны это дело понимать. То есть должно быть позиционирование в мире мы. Другими словами, я использую язык, общепринятый язык, специальный язык, для того, чтобы быть понятым. Дальше существует всегда какой-то материальный контекст этого. И существует какой-то социальный, общественный контекст. И без материального и общественного контекста тоже ничего не притворяется в действие. То есть четыре мира взаимосвязаны, четыре мира не сводимы друг к другу. В каждом из четырех миров действуют свои типы знаний, свои виды науки, свои критерии истинности. Поэтому бессмысленно говорить о том, чтобы, например, ну, измерить все во внутреннем мире. Внутренний мир принципиально не переводим ни на язык понимания, на язык «мы», ни на язык физики, ни на язык социологии. Невозможно описать внутренний мир ни на каком из этих языков. Внутренний мир можно только спроецировать или редуцировать и найти какие-то какой-то результат проекции, взаимодействия, схлопывания внутреннего мира на экране тела, на экране внешнего мира, на экране понимания, на экране, скажем, социологии, общества. Поэтому идеи о том, что можно, например, вот каким-то образом, прикрепив электроды, получить точное изображение где-то мыслей другого человека,
записывать фантазии непосредственно прямо. Вот я фантазирую, что-то начинает. Они не имеют под собой никакого отношения, просто потому что внутренний мир бесконечен, это его основная характеристика. А внешний мир конечен, в нем существуют законы. Поэтому одно в другое никогда не может быть переведено. И в этой связи мне вспоминается известный анекдот, который любит повторять Гров, о бихевиористах. Бихевиоризм, может быть, вы слышали, это течение психологии, которое утверждает, что сознание и внутреннюю жизнь можно понять и объяснить только по поведению человека, только по проявлениям. И кажется, что в этом есть логика. Да? Но а в самом деле, как мы понимаем друг друга, ну, когда кто-то что-то говорит? Да? Как мы создаем впечатление друг о друге, наблюдая друг о друге в контексте, как он проявляется, понимая смысл? Ну, вроде бы, так сказать, очевидная логика бихевиоризма. Только по поведению, только, другими словами, если это расширить, не циклиться на поведение, только через проявление можно что-то понять. И вот на эту тему анекдот следующий. Два бихевиориста, муж и жена, занимаются любовью. Когда все заканчивается, она спрашивает, она говорит ему: «Дорогой, я знаю, как это было у тебя. Скажи мне, как это было у меня». И нам сразу становится из этого анекдота понятно, в чем слепое пятно бихевиоризма. Оно в том, что, утверждая принцип бихевиоризма, в том числе о том, что можно наблюдать только поведение, бихевиорист слеп к наблюдателю, который наблюдает наблюдаемое поведение. Да? То есть он исключил внутренний мир, но сделал ему условие наблюдения внешнего мира через поведение. Пожалуйста. А в внутреннем мире он уже имеет изначальную осведомленность и ясность. И как бы он спрятал от себя эту изначальную осведомленность и ясность и делает вид, что этого нет. И аналогичные вещи существуют также вот, ну, в отношении связи мира «я» и мира «мы». То есть мир «я», он является в этом смысле фундаментальным для каждого из нас. И поэтому в духовных традициях нередко говорится о том, что существует только «я» для каждого из нас. Вот это вот великое «я», не эго уже, а вот великое «я», источник восприятия мира. Вот это великий вселенский атман брахман, космическое сознание в каждом из нас. Потому что ничего другого у каждого из нас нет. Что вы понимаете под космическим сознанием? Это в данном случае метафора. Сознание Бога, Дао. Я поэтому и спросил. Да, да. Это вполне конкретный вопрос. Я ответил? Нет. Более того, на мой взгляд, кажется, что касаясь большого количества наук, которых сейчас действительно стало очень много, но которые при этом не охватывают всю ситуацию в целом, а смотрят только на какие-то аспекты, нельзя охватывать целое, правильно? С помощью наук, безусловно. Поэтому я спрашиваю, что вы понимаете под космическим сознанием? Что для вас это понимание? Ваш ответ. Лично ваш, не кого-то, а именно как вы считаете. То есть, что вы вкладываете в это понятие? Под, в данный момент под космическим сознанием, я, если вы обратили внимание, употребил в ряду, я сказал, космическое сознание, атман брахман, дао, ум Будды и так далее. То есть это тот изначальный источник, который в разных традициях духовных, в разных религиях называется по-разному, но является источником всего, то есть источником нашего восприятия мира. Другими словами, это сущность сознания, то есть, которая, как бы, и, скажем, как, если употреблять термин «космическое сознание», в европейской культуре он связан с именем Бёкка, который написал аналогичную, ну, книгу «Космическое сознание», популярная книга начала 20 века, где впервые эту тему ввёл. Я совсем правильно задал вопрос. Я спрашивал не те слова, которые можно обозначить космическое сознание, а я спрашивал, что вы вкладываете в это понятие именно со своей точки зрения. Как
сказал. То есть я пояснил. От этого космического сознания. Подождите, это уже совсем другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Вы можете добиться космического знания и так далее. Вопрос о том, что я вкладывал, я объяснил. Я дал вам ряд. Ну, это ряд просто названий. Он сам по себе ничего не объясняет. Это просто название. Это не все просто название. Не совсем так. Вы сами хотите что-то сказать по поводу космического сознания? Нет, я не хотел узнать, что вы про это говорите. Я поясню. Что я имею в виду под космическим сознанием? В каком смысле я употребил это слово? Хорошо, я просто хотел. То есть это обозначение высшего сущностного уровня в данном ряду. Потому что любые. Которого развилась сущность. Потому что. Подождите, опять-таки. Мы используем термины всегда в контексте в каком-то ряду. Поэтому, когда я ввожу какие-то термины, они вводятся в том пространстве, которое я обозначаю. Вы начинаете как бы из своего опыта использовать и наделять смыслом этот термин. Но поскольку у меня мой мир, мой дискурс, моя задача, у вас свой мир, свой опыт, то то, что происходит сейчас, это такие порой сложные усилия по установлению консенсуса между вашим миром, вашим пониманием и моим миром, моим пониманием. Этот процесс может быть долгим, может быть бесконечным, может быть вообще незавершаемым, потому что для того, чтобы возник консенсус, необходимо много факторов. Скажем, то, что называется «путь соли вместе», общий контекст восприятия. Поэтому здесь, мне кажется, продуктивнее все-таки двигаться по другому пути, а именно с тем, чтобы попытаться понять то, что я хочу сказать. Потому что... Совсем. Я имею в виду, что если вы говорите про космическое сознание, то это можно рассматривать как наивысшее развитие сущности. Вы согласны с тем, что каждый из нас является некой сущностью, которая объединяет, в общем-то, то, что вы по-разному определяете. На самом деле эта сущность, она единое целое. То есть каждый из нас – это единое целое. И эта сущность охватывает не только физический план, но и более тонкий план. Правильно? Но если вы сумеете развиться на всех этих тонких планах, что называется, до конца, тогда вы получаете то самое космическое сознание, которое позволяет вам перемещаться вместе со своим физическим планом. Какое то самое? Космическое сознание. Вы сейчас ввели космическое сознание, ничего не сказав о нем, кроме того, что вы получаете нечто, развиваясь. То есть вы контекстуально сказали это как то, что мы получаем, когда развиваемся. Да, то есть есть наша сущность. Самое простое, что в этой сущности все абсолютно ощущают, это наше физическое. То есть правильно, что ваше определение космическое сознание – это венец развития сущности? По сути, да. Ну, я с этим соглашусь. Это да. В общем-то, когда я сказал, что я пришел сюда получить чрезвычайные знания, именно поэтому я и задаю эти вопросы. То есть в каких-то моментах мне нужно несколько, скажем так, пояснений. Просто вы используете очень много терминов из самых разных областей. Более того, я абсолютно уверен, что здесь многие люди, достаточно многие из этих терминов просто не знают. Но в силу определенных обстоятельств, я думаю, вы знаете о них. Они не будут об этом спрашивать. Если можно, вы могли бы использовать меньше специализированных терминов и стараться чуть более простым языком изъясняться. Я думаю, это позволит нам гораздо лучше друг друга понять. Ну, давайте, может быть, мы все-таки спросим людей, что непонятно, чтобы вы не говорили со всех. Да? Какие вещи непонятны? Давайте вот обсудим. Нет, из того, что я сказал. Я сказал про... Подождите, давайте. Мне надо спросить, понятно. Я много читал литературу об этом, в принципе. Все ли понятно? Для меня лишь, если что-то непонятно, давайте я попробую пояснить, потому что вы как-то присвоили себе за всех людей говорить, там, я хочу тут людей послушать. Ну, важно, скажем, конечно, термин поменьше, по названию себе, на опыте, все такое. На сущностном уровне, потому что нам важно вот как бы истоки интегрального подхода. То есть откуда у Вилбера вообще вот все его пошли дальше, интегральные вещи? В чем задача, в чем, так сказать, проблема, над которыми наука бьется? Я пытаюсь это на простом уровне, исходя
к нашему непосредственному опыту каждого из нас проживания, как бы спрессовывая очень многие вещи и апеллируя прежде всего к непосредственному опыту каждого из нас. То есть часть, которая про науки, она несущественна. В том, что там самое важное, четыре мира, четыре местоимения. И то, что эти миры взаимосвязаны между собой, и то, что мир «я» имеет центральную роль просто потому, что мы в нем живем, это наш внутренний мир. И из этого внутреннего мира мы друг с другом общаемся, как мы, например, общаемся с вами, наводим сейчас мосты, пытаемся друг друга понять, и наводимся со всей группой, пытаясь там, так сказать, создать большее пространство тоже понимания, может быть, что-то изменить в той манере, в которой я веду сейчас вот рассказ, там, сделать это более такой, может быть, понятной, близкой, и освободить от ненужности вещей. Я думаю, то, да. Что вы хотели донести, вы донесли. То есть основную понятийную суть. Основную, да? Более или менее понятно. Ну, естественно. Значит, тогда, если что-то непонятно индивидуально вам, так я готов там упростить, да, для вас специально. Да. Это было бы лучше. То есть меньше терминов вам нужно делать. Пожалуйста. Так. Это что еще? Достаточно хотя бы. Этого. Хорошо. Ну, какие-то термины неизбежно будут употребляться, потому что просто они обозначают аспекты опыта, которые на обыденном языке, я просто не знаю, как, может быть, кто мне подскажет, как это, не используя эти термины. Ну, скажем, внутреннее, есть внутреннее, да, тут не нужно это переводить, например, заменять термин интроспекция, хотя говорят не внутренние науки, а интроспективные науки, на строгом языке, чтобы там, это было понятно там, профессионалам там, и так далее, не путалось. Вот герменевтику можно не употреблять, бог с ней, называется. Просто говорить о том, что существует задача понимания между людьми, это всем понятно. Да? Что язык, который мы используем, он имеет сам по себе достаточно большую историю и трансперсональную или сверхличностную природу. Да, вот мы используем язык, мы используем слова. Но большинство из этих слов, сочетаний, и этот язык придумали не мы вошли. Этот язык, да? Мы усвоили этот язык. И в процессе усвоения этого языка, кстати, процесс обучения языку и вхождения в общечеловеческую семью, это тесным образом связан с формированием нашего восприятия. То есть одновременно с этим за пределы языка вытесняется неязыковая реальность, неназванная реальность. И об этом очень хорошо говорится, ну, скажем, в даосизме. Вот о такой тонкой, зыбкой границе, о возможностях языка. Лао Цзи говорил о том, что дао, которое может быть названо словами, не есть настоящее дао. Путь, которому можно следовать, там не есть истинный путь. Да? То есть истина за пределами слов, другими словами, говорит Лао Цзи. Еще более поэтично говорит другой великий даос Джуан Цзи. Ловушка нужна для ловли зайцев. Поймавший зайца забывает про ловушку. Слова нужны для выражения мысли. Забывший мысль забывает про слова. Где бы мне найти забывшего про слова человека, чтобы поговорить с ним ни о чем? Да? То есть вот только тот, кто знает, что за пределами слов и в контакте с этой реальностью, с ним можно по-настоящему говорить. И говорить ни о чем. Разговор ни о чем, это и есть самый содержательный разговор на этом парадоксальном даосском языке. Но обратите внимание, для передачи всех этих тонких смыслов парадоксальных мы использовали слова. Да? То есть слова указывают на реальность за пределами слов. Аналогичным образом ум используется для того, чтобы указать за пределы ума. Во всех духовных традициях, если мы посмотрим, в буддизме, в суфизме, в форме притч, в форме анализа, например, в школе Абхидхармы, в школе Матхьяники, Нагарджуна, ум используется для того, чтобы указать, точно причем указать, на реальность за пределами ума. Если вспомнить, скажем, начало Матхьяники, которое связано с именем Нагарджуны, которого называют вторым Буддой, сейчас труды Нагарджуны доступны и на русском языке, два тома Валера Андросов из Института Востоковедения опубликовал. И вот Нагарджуна всемирно известен своей знаменитой тетралеммой, которая вам до боли будет напоминать то, что мы уже вот обозначили в предварительной
минутах. Тетралемма Нагарджуны – это как бы возможность, указание на возможность смотреть на любую ситуацию с четырех разных сторон. То есть всегда можно сказать о чем-то, что, ну скажем, это есть, затем можно сказать, что этого нету, затем можно сказать, это и есть, и нет, и затем можно сказать, этого не есть, и нет. Это не есть и не нет. Например, мы могли бы сказать, все есть мир нашего «я». Да, и в философии известны такие, ну, скажем, то, что называется солипсизмом течения. В европейской философии такой был философ Штирнер, который написал книгу «Единственный его собственность». Он говорит, вообще, есть только я, единственный, больше ничего нет. И в каком-то смысле он был прав. Да, это можно доказать вот, и убедиться в том, что ничего кроме «я» не существует. Можно доказать, что все есть не «я». Да? Что первичный материальный мир, а я, то, что я называю мной, это что-то, вот, живущее в этом теле материальном, артефакт, который стукнет по голове, и он исчезнет. Да? То есть он не является первичным. Правильно? И некоторые так и проводили такого рода доказательства. И это очень убедительно, да? То есть первичный мир Вселенной, материальный мир. И наука это подтверждает современно. Потом можно было сказать и то, да, и вот тонкие наведения мостов, исследование связи тела и сознания, говорит, что, ну, вы знаете, вот и вы правы, и вы правы. А, скажем, тот сказал, что пошли вы все к черту. Вообще, все, что вы видите, слышите, изучаете, не имеет никакого отношения к истинной реальности. Истинная реальность за пределами всего. И в философии, в духовных традициях тоже много школ и примеров, которые так называемые традиция негативной диалектики, традиция, скажем, исихастов, такого отрицания всего, традиция Шри Рамана Махарши, истинное я, это ни тело, ни чувство, ни разум, ни ум, ни мысль, ни указание на все это, ни то, отрицается все, что можно ухватить в качестве еще одной кандидатуры на то, что является истинным я. И когда вы наконец-то отвергаете все, включая само отвержение, вы находите истинное я, которое никак не определимо ничем. Вот это абсолютное, полное, негативное по отношению к тому, что проявилось. Полностью непроявленное, существующее в запределье. В русской философии, например, Семен Людович Франк, такой был философ, который подобной точки зрения придерживался. У него есть очень известные тоже работы, которые оказали большое влияние. То есть вот четыре точки зрения, на которые мы можем смотреть на вещь. Или если выразить на языке логики, то есть «а», есть «не а», есть всегда и «а», и «не а», и есть «не то, ни другое». Четыре позиции. А у Вилбера четыре сектора, да? То есть «я», есть «не я», внешний мир. Есть «и я», и «не я», да? Ну, «мы», «и я», и «не я». И есть «не то, ни другое», там это вот «мир», а «не». Очень похожие вещи. Да? Если вы посмотрите вспомните известный символ даосизма, инь-янь, да? Черная запятая сплетилась белой запятой в кружочке. Смотрите, что это означает? Есть только инь, есть только янь, есть только черное, есть только белое. Есть и то, и другое. То есть в инь есть янь, и в янь есть инь по точке. За пределами этого круга ни то и ни другое, за пределами изображения Дао. Четыре вещи. Но есть еще пятая позиция. Пятая позиция означает все вместе, четыре позиции вместе. То есть Нагарджуна показал, что в сфере общепринятой реальности, или если оперировать в сфере мышления, то в сфере ума, всегда можно смотреть на вещи с четырех точек зрения, которые как раз представляют четыре оппозиции тетралеммы. И любую из этих позиций можно одинаковым образом доказать или опровергнуть. Равным образом. То есть нет, мы можем спорить до бесконечности, но любая позиция будет иметь опору, потому что она связана, любая позиция, с невербальным контекстом, который уходит в бесконечную глубину. И поэтому оттуда получается утверждающая сила. То есть и то можно доказать равным образом, доказательно. Поэтому сказал
на гарже, нужно занимать позицию всегда в центре. И не поддаваться никаким крайностям. Поскольку в любой ситуации мы находимся в ситуации, когда возможно четыре взгляда равным образом аргументированные, доказуемые, на ситуацию нужно всегда находиться в центре или в середине. Это и есть знаменитый серединный путь Матхьяны, или серединный путь традиции Бодхисаттв, традиции буддизма. Поэтому Нагарджуна, который был руководителем крупнейшего в Индии буддийского университета, в Наланде 10 тысяч монахов там одновременно обучалось, его называют еще вторым Буддой, он открыл как бы вот вторую колесницу. И корпус буддийской логики и учений о запредельной мудрости, то есть мудрости за пределами ума, из тех способностей, которые относятся уже не к уму, а превышают ум, способности сверхчувственного, сверхрационального, сверхумственного познания, то, что относится к сфере мудрости, стало основой буддийского тренинга. То есть вот цикл учений, который связан с прачней параметрой сутры, прачня – это запредельное знание, параметр – добродетель. То есть знание о запредельном, развитие мудрости и сверхрациональных, сверхумственных способностей познания. Гата, гата, парагата, парасамгата, бодхи сваха. Иди, иди, иди за тот берег. Метафорически это так выражается. То есть есть река жизни, и нужно с берега общепринятого переправиться через эту реку на другой берег. Тогда ты сможешь познать. Потому что в этой сфере, в сфере общепринятой реальности, в сфере ума, ты уже все познал. Тут возможно бесконечное число различного рода измов, отклонений, и они будут одинаково доказаны. Поэтому для того, чтобы разобраться в истинном состоянии, нужно обретать другие способности. Вот так смотрел на ситуацию Нагарджуна. Аналогичным образом смотрели, независимо в Древнем Китае, традиции, связанные с даосами. И поэтому взаимосвязь инь-янь, которая воплощена в знаменитой диаграмме инь-янь, это то же самое. То же самое деление, те же самые четыре позиции, которые мы находим в графически наши выражены, в тетралоге Нагарджуна. Если вы представите себе, что дао – это шар, и в каждом сечении этого шара вы получаете вот эту картинку инь-янь, да, дао, каждой ситуации, рассекая каждую ситуацию, да, делая слепо каждую ситуацию, делая анализ каждой ситуации, вы будете иметь вот эту целостную картинку и всевозможные четыре полярных варианта, и пятый, который объединяет все вместе. То есть следование дао – это тоже следование и золотой середины. Поток вещей. Аналогичные вещи намного позже были найдены в европейской традиции Иммануилом Кантом. Извините вот сейчас вот за небольшое количество терминов, это важно тоже понять. У него есть главная книга, которая называется «Критика чистого разума». И центральное место в «Критике чистого разума» занимает анализ антиномии чистого разума или противоречия чистого разума. И Кант показал, что существует четыре вопроса, исследуя которые, разум неизбежно приходит к противоречиям или к антиномиям. То есть неразрешимой ситуации он одинаковым образом может доказать и опровергнуть эти вещи. И Кант показал, что можно доказать и опровергнуть, что мир, можно доказать, что мир имеет начало времени, можно доказать, что мир не имеет начала времени, можно доказать, что мир конечен, можно доказать, что мир бесконечен. Можно доказать, что есть бесконечное всемогущее существо, Бог, можно доказать, что его нет. То есть в сфере разума, другими словами, можно доказать или опровергнуть все, что угодно. И антиномия чистого разума указывает на границы разума. Вот некоторый итог таких трендов, я бы сказал, или усилий работы с запредельными вещами. Я немножко обобщу. В сфере ума или в сфере общепринятой реальности существует следующего рода закономерность. Как только мы выходим на предельные темы или предельные вопросы, то есть как только мы начинаем выходить за пределы известного и за пределы общепринятого, то есть, другими словами, как только мы начинаем иметь предельный опыт, экстремальные переживания,
мир разворачивается перед нами всегда как мандала с четырьмя направлениями. Да? И наша задача в этом случае стоять в центре, не будучи отвлекаемы ни на какие крайности. Да? Потому что крайности можно одинаковым образом доказать и опровергнуть. И в них нет никакой ценности. Поэтому следование пути мудрости – это следование пути серединному, нахождение в центре. Вот как бы эта тема, которая помогает, или этот контекст, который помогает нам понять, что такое на самом деле вот, интегральный подход Кеннавигора. То есть это не простое там, интеллектуальное какое-то предприятие. Вот взял он, так сказать, разбил, классифицировал науки по типам, да, по четырем мирам. Это в своей основе имеет тот же самый опыт работы с реальностью, с которой имел Нагарджуна или с которой имели древние даосы. То есть это вот ответ на как бы, интегральный проект Кена Вилбера, ответ на языке современного мира, современной ментальности, которая сложна. Работы Вилбера многие читать невозможно, конечно, за исключением... Ну вот я как издатель, редактор этих работ вам честно говорю, не рекомендую даже читать его работы, там, типа, вот последняя книга «Полэкология и духовность», 800 страниц, там, это для большинства будет абсолютно ненужное и бесполезное времяпровождение, потому что то, что я вам говорил, употребляя термины, это несравнимо с тем нагромождением терминов, идей, цитат и так далее, то, что вы можете найти в работах Вилбера. Но в то же время Вилбер – это своего рода бодхисаттва, который наводит порядок в мире. В мире, где господствует специализация. В мире, где происходит засилье науки. Потому что наука стала де-факто стандартом, на который должны ориентироваться и психология, и духовность, и искусство. И если что-то не научно, то это вроде бы даже не существует. То есть наука стала осенком или критерием истины в нашем мире, начиная с века просвещения и дальнейшего века рационализма. И поэтому Вилбер борется с этим в том числе, показывает неправомерность использования универсальных критериев, заимствованных из науки, и типа знания, которые существуют в науках о природе, в качестве образца для всех других миров, для всех других познаний и для всех других типов. Он что-то предлагает? Конечно, да. Он говорит о том, что в каждом мире свои законы, в каждом мире свои типы знаний, в каждом мире свои типы научности, критерии научности. Поэтому нужно прежде всего понимать, в каком мире мы работаем, какие другие миры мы используем, понимать, что ни в каком мире, то есть ученый, он говорит, я защищаю только науку, там, я работаю только в этой сфере, там, все остальное ерунда. Но он говорит «я», у него есть субъект, он использует язык, этот язык имеет культурные корни, то есть он требует понимания. То есть на самом деле используются все остальные три мира, активно используются, но типичный ученый слеп в отношении того, как он это использует. И все три мира он редуцирует к одному. Понимаете, с этим связана слепота. А затем пытается критерии точных наук навязывать для исследования внутреннего мира, говоря, что это единственный возможный критерий. В этом колоссальная ошибка. И Вилбер называет это вот в своих таких подробных исследованиях в Атлантии. Подвиг Вилбера, конечно, я понимаю его, как бы, в чем его главное служение человечеству. Он, ну, как Орфей спускался в ад, там, или Христос там в ад, он спустился в этот ад менталолома, потому что существует в мире ума потенциально, возможно, бесконечное количество концепций, бесконечное количество теорий, философии, гипотез и так далее. Бесконечно, потенциально. И Вилбер находит здесь порядок. И по сути дела, если вот использовать метафору, то, что называется интегральным подходом Вилбера, это на самом деле нечто вроде интегральной операционной системы. Вот смотрите, вот на компьютере, да? Вы видите иконки, я могу включить, например, и будет изображение, могу включить музыку или фильмы.
И вы видите значок там, скажем, Windows 7 там, или Windows Mac, или macOS операционная система, или Linux там, да? То есть существует операционная система, и все программы, остальные программы, связанные с веб-камерой, с коммуникацией, с печатью, с обработкой звука, с воспроизведением, работают в этой операциональной среде, операционной системы. Да? И вот аналогичным образом интегральный подход Кена Вилбера – это та общечеловеческая, одна из версий общечеловеческой операционной системы, в которой возможно понимание между представителями точных наук, гуманитарных наук, внутренними искателями, социологами, системщиками и так далее. Потому что каждый судит весь мир со своей позиции, своего квадрата, будучи слеп, как правило, по отношению к другим позициям и к другим квадратам. Здесь дается более широкая рамка, которая позволяет нам понять. Но поскольку эта система не абстрактная модель, а она отражает нашу человеческую ситуацию, в самом начале я говорил, как подход Вилбера вырастает из анализа нашей непосредственной человеческой ситуации, с фундаментальной дихотомией внутреннего и внешнего, да, такой изначальной данности нам, то она имеет непосредственное отношение к нашей системе координат, в которой мы живем. Без этого она бы не имела такого непосредственного отношения к практике глоточного дыхания и вообще к какой-то практической работе. И очень быстро и сам Вилбер, и его последователи на основе вот такого интегрального понимания развили то, что они сейчас называют интегральной практикой жизни. И я был на одном из семинаров Вилбера еще ранее, 2004 года, в интегральном институте, когда вот, это был вообще второй исторический семинар по интегральным практикам жизни, и сам Вилбер на нем тоже был. Там по много часов там мы с ним общались, он беседовал, отвечал на вопросы и так далее. И в жизни это оказался человек исключительный, конечно, исключительного ума, исключительной ясности. Он меня обаял. Хотя первую книжку Вилбера я прочел давно, то есть в 82 году. «No boundary, никаких границ». Много позже, уже лет через, наверное, 20 я ее публиковал. Книга «Никаких границ» была издана в издательстве первоначально Трансперсональный институт, потом переиздана в СТ. В присутствии Вилбера, несмотря на вот сложные вещи, я чувствовал удивительную ясность и понимание. Это знак того, что у человека все ясно в отношении того, что он говорит. Для меня был знак, потому что в общении с ним, в дискуссиях, в ответах на вопросы. И я понял тогда, что его миссия, она как раз состоит в том, чтобы внести ясность в современную свалку менталолома, которая существует. В силу того, что мир разделен на епархии, естественно, научников, гуманитариев, людей, которым это пофиг все, которые занимаются жизнью, практикой, там, домохозяин, домохозяйка, человек, делает бизнесмента, и плевал я на вашу науку, ваши пиары и так далее. То есть мир вот так поделен на епархии и на ЦК. И интегральный подход, и особенно интегральные практики, они как раз и предназначены для того, чтобы заново помочь нам вступить в контакт с нашей исконной целостностью. А основа этой исконной целостности состоит в том, что мы воплощенные существа, да, то есть у нас есть тело, у нас есть энергия, у нас есть мысль, у нас есть внутренний мир, у нас есть внешний мир. Вот это изначальная человеческая ситуация. Поэтому, если мы как бы играем свою жизнь, развиваем свою жизнь по нескольким направлениям одновременно, то все происходит намного более продуктивно. И поле интегральной практики или интегральной работы у Вилбера разбито следующим образом, на четыре главных интегральных практики. То есть одна практика, целая серия на самом деле разных практик, это практика работы с телом, да. Всевозможного рода, там, физкультура, упражнения, тай-чи, там, боевые искусства, работа с энергией, виды йоги и так далее. Практика работы с телом. Дальше, практика работа с умом обязательно. Потому что ум – это наведение порядка. Тонар. Ум – это ясность.
Ум – это возможность наведения порядка в уме, возможность идти за пределы ума. Когда мы наведем порядок здесь, мы можем оставить ум. И тогда у нас останется место ума – ясность. Как любит шутить мой приятель, сойти с ума и войти в сознание. Да? И следующее поле работы, следующие виды практики – это практики, связанные с внутренним миром, а конкретно с тенью. То есть вот с теми осадками, с теми наслоениями, с теми проблемами, с теми сбоями, которые с нами произошли в ходе жизни. Всевозможного рода непонятки, психологические травмы, которые возникли у нас, и остались зоны немоты, остались провалы и связанность, остались дыры, через которые ходит энергия, остались зоны неконтакта с глубиной, защиты психологические. Вот работа с тенью – это работа прежде всего с этой зоной. И ну, такой, как правило, это вотчина психотерапевтов, но Вилпер показывает, у нас на семинаре показывал наиболее сущностный способ работы с тенью, там, по принципу 1, 2, 3. По принципу поворота проекции. И мы с вами завтра будем это видеоупражнение проходить. И четвертая сфера – это сфера духа. И главные практики здесь – это практики медитации. И они связаны с сущностью медитации – это в том, чтобы выйти за пределы ума. То есть медитация – это дорога, которая уходит нас, приводит нас к нашей истинной сути, да? Устраняя все ограничения. И главное ограничение связано с умом, с языком, с общепринятой реальностью. С нашей, вернее, с нашей привязанностью к уму, языку, общепринятой реальностью. И практика медитации помогает нам открывать то, что лежит за пределами. Ну, существует такой традиционный образ. Если ум подобен тучкам на небе, да, вот их рисунку, динамике, то природа ума – это само небо, его бесконечная глубина и синева. И поэтому медитация позволяет нам открыть вот это бесконечное небо, то есть нашу истинную природу, нашу глубину и вступить с ней в контакт. То есть это в ходе медитации возникает возможность освободиться от идентификации с общепринятой реальностью, со своими ролями, которые мы играем. Но это возможно только тогда, когда мы откроем, реально откроем что-то другое, которое лежит в основе всего. Это разделение как-то связано с «я», «мы», «он», «они» или просто так вначале? Это разделение можно сопоставить. То есть, ну скажем, работа с физическим телом, да, внешний мир. Да, да? Ну, то есть он не сопоставляет это, можно сказать? Да, да. Прямо у него есть вышла книжка, написанная его учениками, там вместе с ним, по интегральной практике, такая, 400 страниц, пару лет назад она вышла. И, в принципе, вот на семинаре, на котором я был, там тоже достаточно подробно мы все это дело проходили, но вот такого буквального следования и соответствия нет. Но есть соответствие внешней работы и внутренней работы. Вот это есть. Это должно быть еще как-то еще какое-то соответствие все четыре. Ну да, да. То есть, скажем, внутренняя работа – это то, что связано с медитацией. Если вот разделить с медитацией, с работой с тенью психотерапевтической и работа с умом, внешняя работа – работа с телом. И в свою очередь, когда мы работаем с умом, присутствуют слова, правильно? Мы оперируем понятиями. То есть там в практике работы с умом, там, ты пишешь книги, например, ведешь свой дневник в качестве таких, делаешь веб-проекты, делаешь какие-то проекты большие, там, связанные с воплощением в общество каких-то идей там, и так далее. Вот это вот. Там включается мы, конечно, да. Потому что с этим связана непрестанная задача понимания, командные вещи и так далее. Поэтому практика работы с умом – это практика
получается, связанное с мной. Ну вот, а мир медитативный, то есть духовный и мир, он больше связан с открытием внутренней бесконечности. Ну, то есть наша природа бесконечна, когда мы это вот открывается с помощью практик медитации, созерцания. И практика терапии помогает убирать нам эмоциональные, энергетические препятствия. Потому что, покуда у нас есть травмы, то мы защищаемся. У нас есть энергия связи, которая в защитных механизмах всевозможных тратится на то, чтобы мы чего-то не видели, чтобы работали эти фильтры. Вот примерно как выглядит интегральный подход у Кена Вильбера. Существует еще несколько достаточно интересных интегральных подходов. Но исторически, если посмотреть вот, и подход Кена Вильбера, и другой очень известный интегральный подход, который мы изучаем тоже в трансперсональном проекте, это эссаленские подходы, института Эссален. Я тоже был вот на семинаре Джорджа Леонардо, который совместно с Майклом Мёрфи создал эссаленский вариант интегральных практик. И, собственно говоря, Кен Вильбер находился под влияниями Майкла Мёрфи и под влиянием интегральной веданты Шри Аурабиндо. И сам Майкл Мёрфи провел 1.5 года после того, как окончил Гарвард, провел в ашраме Аурабиндо. И оттуда, собственно говоря, вот интегральные идеи через Майкла Мёрфи воплотились в устройстве Салема и постепенно привели вот к созданию интегральных и салемовских практик, циклов. Кен Вильбер тоже очень многое получил от Шри Аурабиндо. От идеи интегральной веданты, интегральной эволюции, взаимосвязи, все упражнений. И вот на своем уровне уже там таких западных практик, на том уровне, который стал возможен после 3 десятилетий изучения на Западе восточных традиций, все это дело воплотил. Ну вот, давайте сделаем перерывчик, после перерывчика пранаяму, и потом перейдем к визуальному материалу. Ну, это человеческая ситуация, которая характеризуется прежде всего фундаментальной двойственностью внутреннего и внешнего. Здесь я выбрал слайд. Ребенок пытается постичь, как она есть на самом деле, да? И нам необходимо пробиться сквозь бетон общепринятой реальности, матрицы, для того, чтобы вступить в контакт с живым космосом, с космическим сознанием, в глубине каждого из нас. Здесь я рассказываю, как работает человеческое восприятие, то есть как создается мир. И привожу какие-то высказывания известных мыслителей, которые задумывались о человеческой ситуации. Протагора, который жил тысячелетие до Христа. Да? Человек есть мера всех вещей, говорил он. То есть мы измеряем собой весь мир. Шопенгауэр, который говорил, что мир есть наша воля и представление. Хайдеггер, который говорил о том, что бытие проявляется через человеческое бытие. У человека есть просвет бытия. Суть очень простая. То есть другого мира, чем тот, который мы видим, нет. Чем тот, который воспринимаем. Мир в нашем восприятии проявляется. И Грегори Бейтсон выразил это в идее редактора реальности. Да, то есть у нас работает согласованная система установок, программ обработки восприятия, которые весь мир сводят до моего мира, то есть редуцируют, преобразуют. Это пример двойственности восприятия. Да, здесь одновременно юная девушка, вот ее носик, это ее ушко, и старуха, это ее рот, это ее глаз. Кто-то из вас увидел одну картинку, кто-то другую, да? Сперва.
Поэтому каждый из нас вот через розовые, синие, фиолетовые, зеленые очки. Вот известная картинка, да? Вращается или нет? Да. У всех вращается. Посмотрите в центр в любого вращающегося круга. Ведь каждый из вас великий маг, да? Поскольку каждый смотрит в центр разного круга, да? В каждый любой данный момент. Обратите внимание, какие вы мастера. Всем удается остановить любой круг. Еще и удается начать его двигать. А как вы думаете, вращается на самом деле или не вращается? Нет. А? Не вращается? А почему мы видим это вращающееся? Иллюзия. Вот так, так работает наше восприятие. Да? Вот, вот давайте вот сейчас вот, попробуем все затаить дыхание, это тоже важный момент, затаить дыхание и расфокусировать зрение, охватить все поле сразу. Что происходит? Останавливается. Всем удалось остановить? При затаивании дыхания и расфокусировке. То есть смотрите. Что при этом происходит? Как только прекращается наше внутреннее движение, исчезает движение во внешнем мире. То есть то движение, которое мы видим в виде движения вращающихся кругов, это на самом деле наше внутреннее движение. То есть вот эту неподвижную диаграмму наш ум использует в качестве вешалки для проекции своих внутренних состояний. И ключ к тому, чтобы видеть мир, как он есть, ну или более ближе к тому, как он есть, добиться остановки ума, достичь внутренней тишины. И поэтому вот этот класс зрительных иллюзий может использоваться как великолепный прибор обратной связи для тренировки в медитации. Если вам удастся в любой момент мгновенно останавливать, мгновенно, даже без затаивания дыхания и расфокусировки, значит вы хозяин внутренней энергии. И можете входить в контакт бесконечности в любой момент, в космическое сознание, в беспредельность. Понятно, как создается внутреннее и внешнее, да и почему внешнее является вместе рожденным с внутренним. Это всего лишь один момент, где это проявляется, взаимосвязь. Но то же самое происходит в отношении всех других модальностей восприятия. И органов восприятия, не только зрение, я подчеркиваю, не только зрение. Все органы чувств работают подобным образом. Мы используем внешний мир как вешалку для проекции. Это аналогичная вещь. Шевеленка пошла, как говорят, в наркокругах. Мир задвигался. Ну, мы все видим непараллельные линии, хотя если подойдем с линейкой, линии будут идеально параллельны. Можно зайти сбоку, любой из вас может зайти сбоку экрана, посмотреть и убедиться в том, что линии параллельны. Но мы видим их непараллельными, загибающимися или ровными. Причем сильно, да? Сильно. Вот так работает восприятие. Человеческие восприятия, восприятие всех других живых существ, пока они не достигли внутреннего покоя, пока не освободились от внутреннего хлама. То есть их можно видеть параллельно? Можно. Да. Давайте вот теперь сосредоточимся на этих четырех точках. Вот эти четыре точки. Наблюдайте только их на протяжении еще 30 секунд. Сконцентрируйтесь только здесь, вот там, где я кручу. Четыре точки. Еще 10 секунд, полная концентрация, 100% концентрация на четырех точках. Теперь переведите взгляд на стену. Невозможно, вы что-то увидите. Ну, что-то или кого-то напоминающего известных персонажей. Да? Кто-то увидит, может быть, Карла Маркса, кто-то Иисуса. Вот
так работает наше восприятие, и наше восприятие и сознание можно сравнить с телевизором. Да? Согласно, скажем, материалистической науке, источником сознания является что? Мозг, нервная система в лучшем случае. И доказательства очень простые. Сейчас когда типа по голове, да, сразу все станет понятно. Вот такие доказательства. Что называется, против лома нет приема, аргумента. Но это аналогично тому, если бы вы посмотрели на телевизор и сказали, что источником изображения в телевизоре является электроника. И в доказательство взяли и разбили телевизор. Но мы-то с вами знаем, да, что телевизор просто-напросто принимает радиосигнал и проявляет его. И поэтому аналогичным образом мы могли бы говорить о сознании, о том, что мы, мозг является приемником, тело является приемником сигнала, которые не локальные, которые полевые, поля, мы живем в этих полях и воспринимаем из этих полей Акаша-хроники, логоса вселенского, библейского, да, космического сознания, то, на что настроены, на какие программы мы настроены. Поэтому кто-то настроен на программу Фейсбука, кто-то на программу музыки, кто-то на программу лирики, кто-то на программу интима, кто-то на программу спорта, кто-то на мультики и так далее. Каждый будет настроен на свой канал. И вот это и есть то, что Мишель Фуку назвал антропологическим сном, или сном общечеловеческим. Мы не знаем, что мир, в котором мы живем, это есть не мир, а наше восприятие мира. Я еще раз акцентирую. Не мир, а наше восприятие мира. Что мир является дубликатом наших состояний, что известные мы и мир, в котором мы живем, возникает с более глубокого уровня. В этом смысле мир есть сон Брама. Да, то есть существует не мир, а наше восприятие мира, не тело, а наше восприятие тела и так далее. И вот только опыт необычных состояний сознания помогает нам преодолеть гомеостаз восприятия, иначе все идет по кругу. Надо исправить состояние, а не состояние. Да, спасибо. Опыт необычных состояний, не состояний, а состояний сознания. Поэтому понимание человеческой ситуации, оно связано как раз вот с тем, как работает наше восприятие, который лежит в основе трансперсональной психологии, трансперсонального проекта, оно и как бы дает нам понимание трех главных школ трансперсональной психологии. Школы Миндела, школы Уилдера и школы Грофа. Школа Грофа связана прежде всего с опытом необычных состояний сознания. Голотропное дыхание – это инструмент, который помогает нам вырваться из клетки нашего восприятия. Как бы мы жили настроенными в жизни все время на один канал, одни ключи восприятия, одни способы структурированного материала. Дыхание помогает нам вырваться из этих лет, из этого времени, посмотреть на ситуацию с других сторон. И это уже само по себе освобождающее. Это уже освобождает нас из клеток и помогает сам простой этот факт, видение с других позиций, избавляет нас от многих проблем, потому что большинство наших проблем связано с ограниченной точкой зрения и с нашим настаиванием, что эта точка зрения является единственной и самой верной. Простой факт переживания того, что это не так, что возможно, в том числе у меня другие восприятия, избавляет нас от 90% наших проблем. В том числе это причина, почему опыт необычных состояний сознания имеет и терапевтический эффект, и познавательный эффект, и диагностический эффект. Это вот 70-летие Грофа, которое мы праздновали в 2001 году в Москве, он и Кристина Гроф, ему подарили такую финифть, там ребенок рождается в капусте. Такая перинатальная метафора, Грофу очень понравилась. Да? Из капусты вышли все россияне. Там, да? Пойдем, как говорят народе, рубить капусту. Да? Деревняк. Так, ну, это можно пропустить. Давайте после типов знаний, поскольку это имеет отношение как раз к хорошее отношение к тому, что я говорю, к интегральному проекту.
Три оси я предлагаю рассмотреть. Знание. Знание бывает рациональным, да? То есть, которое мы можем изложить в сфере ума, систематизировать, понятно, в виде системы, и иррациональным, то есть непонятийным, за пределами ума. Рациональное знание, например, школьный курс математики. Да? Иррациональное знание, ну скажем, искусство, подчеркиваю, импровизации на фортепиано, скажем. Да? Иррационально, очень сложно найти закономерности импровизации, нет. Знание бывает явное и неявное, или, если использовать латинские слова, эксплицитное и имплицитное. Явное знание – это когда я знаю, что я знаю. Ну, например, мы знаем, что мы находимся сейчас в центре лофта в этом зале. Мы знаем? Ну, более или менее, да? С какой-то долей там, скорее всего, да? И знание неявное, то есть мы… Чего-то из того, что я сказал сегодня, кто-то из вас не знал, наверное, да? Для кого-то это было новым, там, но поразмышлявши, проделавши какие-то упражнения, например, с этими с кругами вращающимися, мы какое-то новое знание приобрели. Оказывается, мы можем не только вращать, но и останавливать. И это говорит о том-то, о том-то, да? То есть знание актуализировалось в какой-то ситуации. Но это не значит, что у нас не было подобного опыта. Что-то подобное в нашей жизни присутствовало, поэтому мы смогли этот новый опыт понять, пришли к чему-то, правильно? Значит, знание бывает отчуждаемым и неотчуждаемым. Отчуждаемое знание – это которое я могу поделиться. Ну, передал учебник алгебры человеку, скажу, выучи к следующему труду. Человек выучил и сдал экзамен, да? Отчуждаемое знание, которое в виде учебника может быть изложено. И неотчуждаемое знание. Ну, нельзя писать Дали, скажем, живописца Сальвадора Дали. Он написал книжку «Жизнь», там, «Дневник одного гения». Там, да? Ну и что с того? Читали миллион людей эту книжку, но никто после этого Сальвадором Дали не стал. Потому что это связано с принципиально никак не формализуемым, не превращаемым в объект или в предмет внутренним состоянием, внутренними дарами, внутренними способностями, да? Не отчуждаемым. Если мы теперь скомбинируем по тройкам, то получим 8 видов, 8 типов знаний. Да? Первый – рациональное, отчуждаемое, эксплицитное, классическая наука. Иррациональное, отчуждаемое, эксплицитное – пятое знание, квантовая механика, например. И самое нижнее – иррациональное, отчуждаемое, имплицитное, неявное – это сюрреализм. То есть 8 видов знания, и мы только одно считаем знанием, к остальному относимся подозрительно. Хотя имеем с этим дело каждый миг своей жизни. 8 типов знаний позволяет нам более широко посмотреть на то, в каком мире мы живем и что мы называем знанием, какие виды знания бывают. Вот я в качестве такого примера использую иногда историю о том, как Арам Хачатурян встретился со своим человеком, которого он боготворил, Сальвадором Дали. Но оказалось, что Сальвадор Дали тоже боготворил Хачатуряна, в особенности за его балет «Спартак», и его любимое произведение было «Танец с саблями» из балета «Спартак». Помните там? Бешеный танец такой. И вот Хачатурян выбрался около Барселоны, есть в 100 километрах Фигуэрос, это где находится дворец музей, театр-музей, извините, Сальвадора Дали, где он жил большую часть времени, как раз последние десятилетия жизни, с Галой. Рядом потом построил дом Галы, где она встречалась с своими молодыми любовниками. И там до сих пор сосредоточено большинство произведений искусства Сальвадора Дали, его инсталляции, артефакты там и так далее. Самая такая большая выставка и музей. Но это называется театр-музей Сальвадора Дали. Потому что все это вот особого рода произведения. И там в главном здании есть внутренний дворик, такой в итальянском стиле сделанный. И туда приехал Сальвадор, когда Хачатурян, его во внутренний дворик завели и попросили, чтобы он подождал, пока маэстро будет готов к аудиенции. И предложили ему кушать фрукты, пить вино и соки там, и закрыли двери. Хачатурян пил вино, пил соки, кушал фрукты, и через пару часов ожидания
Ему захотелось в туалет, но все двери были закрыты. И единственным способом избавиться от напряжения было слить в старинную античную вазу, которая стояла во дворике. Что он и сделал, оглядываясь там. И как только он закончил, раздалась бравурная музыка, радостная, танец саблями из балета «Спартака» Чатуряна, громко. Распахнулись ворота, и на белой лошади, в белом плаще, с двумя сражающимися саблями, и абсолютно голый, за исключением плаща, въехал Сальвадор Дали, сделал три круга вокруг изумленного Хачатуряна и уехал. Аудиенция была закончена. Вот жест на уровне иррационального, неотчуждаемого, неявного знания. Да? Такая коммуникация. С точки зрения Дали было бессмысленно, да, о чем-то говорить с другим гением. Можно было бы оказать ему почтение и показать себя. Ну, как бы вот такое послание из своего мира. Из мира Дали по Чатуряну сделать. Показать, как он ценит, восхищается им и со своего мира. Все остальное только слова, да? Вот точка, человеческая ситуация показывает нам точку ветвления и разные способы имения дела с человеческой ситуацией. То есть мы можем во главе угла использовать опыт необычных состояний сознания для того, чтобы преодолеть барьеры восприятия, вырваться из плена, из беличьего колеса, выйти из матрицы. И опыт необычных состояний сознания, и связанное с ним изучение того, как работает фабрика реальности, как работает наше восприятие, это краеугольный камень подхода Гроуфа, холотропного подхода. Можно двигаться несколько иначе. Можно расширить область ума. Можно выдвинуть форпосты мира «я» в мир объективный, в мир «мы» и в мир социума, да, вот раздвинуть, это называется интегральный подход, который я вам описывал, навести в нем порядок, расчистить его от ненужного интеллектуального хлама, установить единую операционную интегральную систему, то есть работы ясного ума, это вот задача, которую пытался Кант сделать, задача, которую пытался делать Нагарджуна, Даоса, внести в такую фундаментальную ясность и начать двигаться в нем, развивая все сферы одновременно, понимая, что мы уже изначально целостные существа, то есть мы обладаем телом, материальным проявлением, мы обладаем энергией, и мы обладаем внутренним миром, который связан с умом, прежде всего, с внутренней жизнью, то, что называется умом, который бесконечен. И мы начинаем развивать все три уровня одновременно, то есть йога тела, йога энергии, йога ума. Это называется интегральным подходом по Вилбуру и интегральными практиками. Поэтому интегральный подход Вилбура – это не просто какое-то интеллектуальное упражнение, это целостная практика жизни, я подчеркиваю. Потому что многие вещи открываются только тогда, когда мы начинаем развиваться. И, как показали исследования, подобного рода практика, которая включает тело, энергию и ум, а также расчищает завалы в нашей истории, связанные с нашими травмами, нагромождениями в нашем прошлом, непонятками, отрезанностью от жизни. В этом случае мы развиваемся гораздо быстрее. То есть, другими словами, если мы только занимаемся медитацией, конечно, у нас будет прогресс, но если помимо медитации мы танцуем, играем на музыкальном инструменте и делаем какие-то проекты, тогда наше медитативное развитие и все другие развития по всем другим линиям будут ускоряться. Если мы занимаемся политикой, то мы не только занимаемся спортом, например, да, но и занимаемся математикой и медитацией, тогда наш дар как политика также будет намного выше. Вот это один очень важный момент, и в плане научном программа интегрального развития Вилбера основана также на открытиях Мартина Гарднера. На открытиях множественности интеллекта или множественной разумности у человека. До Гарднера исследования интеллекта, исследования человеческого развития базировались в основном на работах Пиаже и Выгодского.
стадии знаменитой интеллектуального развития. Ну, в отношении дикарей там исследования были структурной антропологии школы Клода Леви-Стросса. Но оказалось, что все работы Пиаже на самом деле исследуют только один вид интеллекта – математический интеллект. И открытия Гарднера показали, что у человека помимо математического интеллекта или математической разумности существует еще как минимум 9 других видов разумности, которые одна к другой не сводятся, но находятся в синергийном взаимодействии. Ну, например, это музыкальный интеллект. То есть музыка – это совсем другое, чем математика. Эмоциональный интеллект, эмоции, эмоциональная развитость разума – совсем другое, не сводится к математике. Политический, языковой, физический, двигательный – это все совершенно разные виды разумности, разные виды, связанные с ним энергии. И впоследствии Билдер показал, что у каждого человека есть индивидуальные характеристики его разумности, которые назвал интегральным психографом. Завтра я покажу вам различные виды, с собой у меня сейчас нет этих диаграмм. То есть мы можем находиться на уровне ребенка, скажем, в плане математики, на уровне Индиры Ганди, там, не знаю, не Индиры Ганди, извините, на уровне Махатмы Ганди в сфере интеллекта и духовности, в сфере этики и духовности, и на среднем уровне в плане там, двигательности, способности своей танцевать. То есть у каждого индивидуальный профиль разумности. И, соответственно, для каждого вида разумности существуют оптимальные практики, которые развивают. И совместная практика имеет синергийный эффект. Да, то есть если мы... И как минимум, если мы занимаемся 4 практиками для тела, для ума, расчищаем прошлое и для духа, то есть вступаем в контакт с бесконечностью, то тогда наше развитие потенцируется и становится более интенсивным. Вот с чем связан интегральный подход к жизни, и вот что такое интегральные практики по Кену Вильберу. Кен Вильбер, это вот рисунок его друга Алекса Грея, да, где видите, Вильбер, за ним Бодхисаттва Манджушри, это Бодхисаттва трансцендентального знания. Вот это сутра прачня параметра. Помните, я говорил вам, сутра о запредельной мудрости, а это меч. Причем это особый меч. Это меч, который не рассекает, а соединяет. То есть он рассекает двойственность и образует единство. Меч Манджушри. Меч единого знания, единяющего знания. А сзади, с самого верха, фигура изначального Будды в форме мужского и женского единства. Я пью. Абсолютно голого. Это символ отсутствия каких бы то ни было интеллектуальных омрачений. То есть чистого знания. Вот так увидел Кена Вильбера художник Алекс Грей. Вот, и четыре квадранта и все уровни. В этом суть как бы интегрального видения. Здесь не переведенный, видите, мир я, мир мы, мир они и мир оно. Я об этом говорил. Внутреннее, внешнее, коллективное, индивидуальное. 4 соответствующих местоимения. Субъективный мир, да, внутренний, объективный мир, мир внешний, межсубъектный мир мы и межобъектный мир они. Системный. Это можем пропустить. Это как бы вот 5 стадий развития Вильбера, которые отражены были в его книжках. Различных. Сейчас вот стадия 5 развития уже, развитый интегральный подход. Вот, своеобразным проявлением такой интегральности является красота фракталов, да, которая обладает качеством, во-первых, бесконечности. То есть каждый фрактал при безграничном увеличении возникают все новые и новые подробности.
Но сейчас популярны не только квантовые модели сознания, но и фрактальные модели сознания. Вот эти вот образы являются ничем иным, как проявлением того, как организована и как устроена наша внутренняя жизнь. Я вам говорил, вот самое такое общее положение о том, что внутренний мир – это мир фантазии, это страна чудес. И во внутреннем мире, для того, чтобы из точки А прийти в точку Б, порой нужно двигаться назад. Помните, как в «Алишей стране чудес», да, которая есть сказка о чем? О путешествии во внутренний мир. Вниз по кроличьей норе Алиса попала во внутренний мир. И все, что затем происходит там с Алисой, это описание топологии внутреннего мира и психотопологии ее пути. То есть того опыта, который она должна была набрать для того, чтобы стать другой и вернуться назад. То есть это ее, другими словами, путешествие, инициация, испытание и так далее. И поэтому вот на такого рода визионерские эксперименты я тоже смотрю, как на различные поиски ответ на вопрос того, как организована наша внутренняя жизнь. Фрактал – один из ответов. Такой конструкции. Сейчас есть очень интересное исследование, опубликовано всех пещерных рисунков, которые сохранились до наших дней. То есть исследовали все уже пещеры. И в одной из работ, которые произведен анализ всей пещерной живописи, вводится предположение о том, что в живописи воплощены внутренние структуры восприятия. Как бы то, что проявляется сейчас как наши здания, наш мир, геометрия нашего мира, то, что нам кажется гармоничным, это воплощение внутренней фигуры, внутреннего мира. Все искусство человеческое, да, это проявление во внешнем мире внутреннего мира. В виде звуков, в виде живописи, кино, балета. Заныривание внутрь и проявление на языке пластики, звука, движущегося объекта. Я думаю, при практике дыхания непосредственно будет у кого-то из вас и такой опыт. Напоминаешь что-нибудь, да? У кого-то похожий опыт был уже? Похожая картина.
доступном мире. Наши переживания возникают из ниоткуда и уходят никуда. Возможно, любые переживания. Так и здесь мы видим эту бесконечную возможность, проявляющуюся в орнаментах. Тот опыт, из которого возникают все национальные орнаменты, все ковры, все узоры. И аспектом этого опыта является наши мысли, наши чувства. Это как бы другие экраны, на которые проецируется наше внутреннее состояние, другие языки, на которых оно выражает себя. Это визуальный язык. Но ему соответствуют и другие чувственные палитры. Помните знаменитую сцену во втором фильме «Матрица», когда Нео оказался у архитектора. И на мониторах высвечены различные аспекты его жизни, различные сцены из его жизни одновременно. Да, то есть архитектор всю жизнь Нео видит от начала до конца. И Нео впервые получает возможность взглянуть на самого на себя с другого уровня. Выйти из плоскости экрана. Эта сцена является очень хорошей метафорой холотропного путешествия и холотропного дыхания как интегральной практики. Связано-то с одной очень важной особенностью холотропного подхода. Как сам объясняет Гроф, холотропный названо, холотропным используются два греческих слова – холос, целый, и глагол тропейн, что означает двигаться. Русская тропа от этого тропейн тоже происходит. Поэтому холотропное дыхание – это то дыхание, которое несет нас к целостности. Обычно, когда, вот, скажем, в современных российских психологических или околопсихологических кругах говорят об интегральных практиках, интегральных подходах, обычно имеется в виду, что ну, у нас в моем подходе греческих есть все, абсолютно все. Там и гештальт, и йога, и работа с дыханием, и глубинная психология, там, и духовные традиции. Есть все, я все объединил. То есть человек проходит, как правило, через различного рода тренинги, и интегральный подход – это вот, ну, некоторое вот его понимание того опыта, который был для него полезен, и того, который он может более или менее успешно передавать другим людям. Но очень часто в подобного рода вещах упускается главный принцип интеграции или объединения. Потому что упускается из виду вопрос, что во что объединяется, или где источник или центр интеграции. Интеграция – это объединение, мы становимся все более как-то, да, вот, с чем-то объединяемся, но кто? Во-первых, мы. Какие мы? Потому что на себя мы можем глядеть, как мы уже видели, с трех разных точек зрения. То есть мы, как тело, которое вместе с другими телами существует в объективном физическом мире, в мире природы, передвигается, говорит, кушает там, в конце концов умирает и какие-то дела делает. Мы как внутренняя жизнь. Это другая история. Вернее, мы как глубина, мы как наши планы, мы как наши чувства,
ну и как наше сокровенное. Это другой план жизни. Он имеет отношение к содержательному, сущностному плану внутренней жизни. И мы как дух. То есть мы как с точки зрения духа, мы с точки зрения нашей миссии, мы с точки зрения нашего предназначения, мы с точки зрения нашей жизни, с точки зрения Бога. Да, то есть мы как Бог, например, живем в этом теле. Да, представьте себе. Каждый из нас Бог, который живет вот в теле, которое нам выдано, скафандр для жизни на планете под названием Земля. Да, и вот мы начинаем разбираться с этим хозяйством. Как оно работает, что с ним делать, что мы можем там, и так далее. Вот играем в такую игру, скажем, вот такая метафора существует. И выполняем какие-то задания, делаем уроки. Если мы выполняем уроки одного уровня, нам нужно, становится возможным перейти на следующий уровень. Если не выполняем, мы продолжаем оставаться на второй, на третий, на четвертый год, пока не выучим. Поэтому вот эта множественность перспектив, четыре мира, да, связанные с местоимением, и три уровня, как минимум, связанные с телом, связанные с энергией, связанные с духом. Да, перспектив точки зрения на события. Поэтому на самом деле, как говорят такие мастера интегрального подхода, как Шри Аурабиндо и Муфтарид Кен Вилбер, интеграция всегда происходит на уровень сущности, на уровень изначального состояния. Как здесь говорилось, на уровень космического сознания, на уровень Дао, на уровень Атман-Брахмана, изначального единства. Потому что невозможно объединить это, например, с уровнем эго. Потому что уровень эго является продуктом вместе с тем, что тем миром, который соответствует миру эго. Продуктом, который происходит с более глубокого и более нераздельного уровня. Поэтому все, что мы сможем добавить к миру эго, это раздувание или инфляция мира эго. Больше ничего. Да? То есть ничего существенного и сущностного здесь не произойдет. Поэтому интеграция возможна всегда на языке Грофа, холотропное сознание. У меня есть даже книжка, которая так и называется. Holotropic Mind, в русском переводе холотропное сознание. Это мы должны понимать. Поэтому, скажем, холотропное дыхание, как интегральная практика, происходит в особом пространстве. Мы сегодня с вами во время занятий пранаямой уделили какое-то внимание пространству до вербального присутствия. Когда нам ясно, мы все понимаем, мы опознаем, но мы не облекаем слова. Нам и так ясно, это слово. То есть вот это вот наблюдение без наблюдателя, да? Осведомленность без знания, выраженного в словах понятия. Вот это вот изначальный уровень. И в холотропном дыхании вводится представление о двух потоках интеграции. Есть два потока. Один поток идет от вас, как Бога, как Духа, как чистого присутствия, к вашим переживаниям, к тому, что вот сейчас вы испытываете, что происходит с вашим телом, какие у вас эмоции и так далее. Но вы смотрите на это с птичьего полета. Это первый поток, он присутствует всегда в нашей жизни. Без него мы ничего не могли бы увидеть, без этого божественного ока. Есть там вот даже лекция просветленного мастера Ченсе Ешанамкая, который выступал у нас на конгрессе, на 17-м Всемирном конгрессе психологии и духовности. Часовая лекция заглавлена «Что такое просветление?». И Ченсе Ешанамкай объяснил всем нам, что такое просветление, исходя из анализа этого вопроса. Он говорит, давайте начнем анализировать сам вопрос. Кто спрашивает, о чем спрашивает, что такое просветление. И исходя из анализа этого вопроса, он показал, что просветление уже присутствует, знание просветления в этом вопросе. В имплицитном виде. Он вытащил его оттуда.
Да? И когда я говорю о двух потоках интеграции, это то же самое. То есть в том, чтобы воспринимать мир, как воспринимаем его мы, уже присутствует божественный опыт. Уже есть взгляд на все с птичьего полета. И это дает возможность нам объединять весь наш опыт в наш же изначальный уровень, в изначальное состояние, как бы проращивать вот это видение, это измерение к нашему знакомому миру. И второй поток интеграции – это интеграция из этого мира к божественному миру. Если вы посмотрите на структуру молитвы человека, это то же самое. То есть при молитве человек обращается к Богу, да, из земного мира к божественному, а Бог посылает что? О, этот человек не молится, да, это посылает ему энергию, благодать. Ну, скажем, возьмите практику сихазма, да, мистического православия. То есть практика сихазма вершит Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Кстати, эта молитва всегда синхронизируется с дыханием. Говорите вы про себя, вслух или молча, всегда: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, вдох, помилуй меня грешного, выдох, вдох, выдох». Так что, в конце концов, всякий раз, когда вы дышите, вы одновременно молитесь через какое-то время, как подробно объясняется в руководствах по Иисусовой молитве. И при этом вы молитесь из сердца, то есть обращаетесь на энергийном уровне. Тело произносит молитву, но самое главное, как подчеркивается, ваше сердце, ваша энергия должна быть устремлена, чувство устремлено к Богу, должна быть настоящая мольба. Да? И ваш дух устремлен туда. И тогда Бог дает вам свою энергию. И пространство, где сливается ваша энергия, энергия молитвы, и энергия Бога называется синергией. То есть вы реально становитесь единым в этом пространстве с Богом, как объясняет сихазма. Та же самая структура, которую другой европейский великий мистик Мистер Экхарт описал в замечательной фразе. Око, которым Бог видит Бога, которым человек видит Бога, то же самое, которым Бог взирает на человека. Еще раз повторяю, чтобы не было путаницы. Око, которым человек видит Бога, то же самое, которым Бог взирает на человека. Вот вы смотрите на Бога своими глазами, да? Око, которым видит Бог, это ваше око. И через ваше же око Бог видит вас. То есть вашими другими словами. В вашем взгляде на себя уже присутствует Бог. Вот что говорил сам мистер Экхарт. В том, как видеть себя. В самых условиях возможности видения вас, себя в качестве такового. Другими словами, существует такая средневековая, очень важная ход мысли о том, что все люди – это очи Бога. Бог смотрит, чувствует, видит, мыслит через нас. И не только через нас, а через все другие существа. Мы очи Бога, другими словами. Да? Или очи мир, там, как хотите. Мир как чувствилище Бога. Это другая тоже очень известная средневековая метафора. Вот поэтому пространство, в котором происходит ваше объединение с вашим внутренним миром, оно описывается вот этими двумя потоками интеграции. Или я иначе это называю двояковидящее око мистера Экхарта, да, которое присутствует каждый раз в процессе сессии голокрупного дыхания. Я сейчас это акцентирую, чтобы вы завтра обращали уже на это внимание. Да, когда вы будете дышать, вы заметите, что вы в какие-то моменты видите все с птичьего полета. И в то же время видите очень четко и ярко, как будто бы у вас глаза орла, свою жизнь. Очень четко и очень ярко. И в этот момент возникает истинное, более глубокое понимание. В этот момент сами собой разрешаются проблемы. Просто в силу того, что вы смотрите на это глазами Бога уже, а не глазами человека. А точнее, глазами Бога и человека одновременно. Для того, чтобы была возможна вот такого рода перспектива, нужны некоторые условия. И, собственно говоря, все холотропное дыхание как метод организовано так, чтобы такие условия создать. То есть необходима дополнительная энергетика,
И эту энергию мы получаем из дыхания. Необходимо обращение внимания внутрь себя на внутренний мир. И это делается путем выполнения непосредственно дыхания лежа на спине с закрытыми глазами. Создание комфорта и большей безопасности, поэтому у каждого дышащего будет свой страховщик, ситр, сиделка. И специальные музыки, которые раскачивают энергетику, раскачивает чувства, то есть дает широкий спектр эмоциональных ассоциаций и подпиток для того, чтобы ну, как бы вытащить воспоминания из-под завалов, под которыми они погребены и в обычном состоянии жизни недоступны, для того, чтобы они стали активными и вышли в поток переживаний. Тогда это начинает, все наша внутренняя жизнь начинает активно проявляться. Как образы, переживания эмоциональные, картины, воспоминания. Вот наша внутренняя жизнь проявляется в виде различных форм энергии, образов, звуков, переживаний, эмоций и так далее. И тогда, присутствуя в этом, или выражаясь по-простому, более просто, но не точно, наблюдая это без наблюдателя, мы объединяемся с этим. И то, что было внешним по отношению к нам, становится нами. И тем самым проблемы исчезают. Тем самым освобождается энергия связи из защитных механизмов. Тем самым разминируются мины в нашем индивидуальном и коллективном бессознательном. Потому что глубинная работа связана с тем, что ну, как бы очищается не только ваш внутренний мир, потому что вашего внутреннего мира в глубине не существует, в отрыве от внутреннего мира других. Это как раз и есть то, что имел в виду Фрейд под концепцией бессознательного и индивидуального, и Юнг под концепцией коллективного и бессознательного. Да? Там все сливается и смыкается. Поэтому работа над собой переходит непрерывно в работу над общечеловеческими делами. Я могу вопрос? Да, пожалуйста. Дыхание. Да. Вот я понимаю, что мне нужно доказывать, и происходит то, что должно происходить, можно как-то поспособствовать более глубокому? Можно, да, конечно. Предполагаю, что рецепт очень простой. Первое. Что вы посоветуете? Да, очень простой. Первое, хорошо вдохнуть. Ну, то есть не нужно сегодня каких-то таких вещей, которые могут препятствовать хорошему отдыху. То есть какими-то танцами до утра там, и так далее. Выспаться, хорошо отдохнуть, с утра хорошо позавтракать, чтобы была энергия там нормально на полдня. И следующие вещи это мотивация. То есть если есть внутренняя мотивация, чтобы ну, было что-то такое, чтобы глубокой внутренней работы, то тогда это будет способствовать более глубокой мотивации. Всегда, наверное, не приходит. Конечно, да, но я просто обращаю внимание на то, что фактор, который работает. Может быть, как-то мои слова внутренней мотивации подогрели дополнительную мотивацию. Я указал на важность этого фактора. Вы не явно и так знали, что, конечно, вы появитесь, потому что есть какая-то внутренняя мотивация, но указание на то, что это важно, является фактором, способствующим глубине переживания, вот, ну, способствует. Следующий фактор, это он связан с энергией. Но отчасти, если вы выспитесь, у вас уже будет отдохнуть хорошо, хорошая энергия. Просто я слышал, что наоборот, вот, мешают себе сна. Не надо, это не к этой практике. Практика владыкового дыхания, хороший отдых, полноценный сон, никакой аскетики. Хорошая вкусная жизнь, энергия и так далее, хорошее питание. Это способствует хорошим сеансам. Значит, само дыхание повышает уровень энергии существенно, потому что интенсивное дыхание ускоряет цикл Крепса. Это биохимический цикл, связанный с зарядкой митохондрий энергетических станций клеток. Поэтому энергетика реально возрастает, это измеряется. Дальше, следующий фактор – это знание. Знание себя и знание метода. Знание себя имеет несколько аспектов. То есть знание истинного себя, кто ты есть на самом деле. Это знание, которое дает духовные традиции, духовные мастера. Я не знаю. Ну, здесь по-простому это, вот как здесь говорилось, космическое сознание. Что такое космическое знание? Одно из определений – это бесконечность. Это знание того, что я бесконечен. Не интеллектуальное знание, опытное знание. Космос внутри. Космос – символ чего? Бесконечность.
Правильно? Прежде всего. Безбрежность, вот это отсутствие границы внутренней бесконечности, это и есть открытие космического сознания, другими словами. Поэтому на этом уровне тоже хорошо. Как реальный внутренний опыт, пусть хотя бы интеллектуальный, потом он будет на полу. Если это связано с какой-то конкретной духовной традицией, и мастером, который показал тебе твое истинное состояние, это гораздо лучше. Затем через практику эту традицию это можно развивать и укреплять. И знание о методах и о технике. О технике дыхания я скажу более подробно завтра, потому что будут другие люди, как новички, чтобы не повторяться. Она достаточно простая, так сказать. Следующий фактор связан с обстоятельствами, с временем и местом успеха. Ну и здесь такие благотворные в этом дружественном центре лофт, специальная такая комната, где проходят тренинги, соответствующая аппаратура, все как надо оборудовано, подготовленная команда помощников, так что в этом смысле все благоприятно для занятия дыханием. Ну и последний фактор, это он связан уже с жизнью, с большой рамкой, потому что у нас будут интересные переживания только тогда, когда у нас есть большая жизненная задача. Большая. Когда это востребовано большой жизнью. То есть мы хотим чего-то по-настоящему, жить по-настоящему, понять что-то по-настоящему. Тогда холотропное дыхание будет одним из каналов, по которым мы будем получать необходимую информацию, необходимые ресурсы. То есть когда это на самом деле нужно, тогда это будет работать. Ответ очень простой. Да? Да. Спасибо. Какие еще вопросы, неясности? Ну, тогда всем хорошо. Отдохнуть, стулить можно не убирать. А завтра во сколько? В 10 мы встречаемся.